И вот они тебя слышат, можешь поприветствовать. Супер, всем привет, Twitch, привет, чатовские. Давай, Всем нормально, добрый вечер. как умеешь. Добрый вечер, Черкизова. Да, я Ох тоже по ты. этому скучал. Ох, сейчас немножко оглохли люди, но они, в общем-то, привыкли глохнуть от твоего голоса. Как поживаешь, как настроение? Вижу, улыбаешься, вижу, счастливый. А настроение супер, ты позвал на свой легендарный стрим, на котором был не менее легендарный Саша Малых, не более легендарный Кирилл Брейда. Ну, классно же, классно. Кто из Все них хорошо, среда. более легендарный, кто менее легендарный? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Провокации. Так, приветствуют тебя, приветствуют, приветствуют, приветствуют. Давай я быстро расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Вот буквально в двух-трех словах. Мы к этому еще вернемся позже. Но самое интересное, это лично мне, да, это где ты себя обрел после Локомотива? У меня было несколько проектов. Сейчас же я на Матч ТВ, старший пиар-менеджер, он же заместитель пиар-директора, короче, как-то так. В чем основные обязанности? Это рассказывать всем о том, что Шмурнов и Черданцев — это хорошие комментаторы? Это чтобы вы, наши дорогие зрители, а я теперь так могу говорить, полюбили Матч ТВ так же, как любили в начале этого запуска этого прекрасного канала. О, но к этому мы точно еще вернемся, потому что вопросов по работе Матч ТВ и в целом спортивного и журналистики, спортивной всей этой истории, которая должна, по идее, освещать футбол и спорт, у меня очень много. Был целый отдельный, даже два, наверное, подкаста этому посвящено. Один с Сергеем Кашником, один с Пашей Пучковым. Так, говорят, что ты топ. Донейшены вроде работают, один из них, по крайней мере, я даже услышал. Спасибо большое всем тем, кто поддерживает. Привет, Женя, привет, Тим. Ну, давай, начнем с главной Давай. новости этой весны, о том, что ты ушел из Локомотива. Не будем касаться истории, об этом уже много и с Кириллом тоже общались, и в целом много рассказано было. Какие у тебя были мысли в день, после, через неделю? Как ты вообще все это переживал? Я так понимаю, что ну, достаточно болезненно должно все было это происходить. Ты знаешь, первые 2 недели, мне кажется, это было состояние аффекта, но это лично у меня. Не знаю, как было у ребят, по ощущениям нечто схожее. Что я имею в виду, что лично во мне было два совершенно, казалось бы, противоречивых чувства. С одной стороны, мне было безумно грустно, потому что покидать место, где ты работал и, в принципе, жил практически последние 6,5 лет, это всегда достаточно болезненно и неприятно, тем более если это место является больше, чем просто местом работы. С другой стороны, самая неочевидная реакция, но тем не менее она у меня была, мне было очень смешно. Это был странный смех, да, он был скорее ироничный, отчасти саркастичный. Ну, потому что вся ситуация была достаточно, ну, такая и Отчасти была. истеричный. Ироничный. Я прошу прощения, если я говорю Нет, ты все. сказал иронично, но было ли в этом что-то вот такой вот истерики? Ну, ты говоришь, это аффект, состояние Слушай, аффекта. ну, наверное, первый вечер, да? Я прекрасно помню, как я провел первый вечер вместе со своими друзьями после увольнения. Друзья, как бы от футбола кто-то ближе, кто-то дальше, но в целом все знают, что такое Локомотив, что такое футбол, регулярно ходили на наши матчи. И понимаю, что эта работа значит для меня, значила. Вот, ну, такое состояние пограничное, оно было где-то вот недели две, наверное. И эти 2 недели я ничего не делал, я не искал новую работу, просто не хотелось, хотелось отдохнуть, потому что у меня практически не было отпусков в Локомотиве. И не было по моей инициативе, в большей части. Вот, поэтому первые 2 недели я просто отдыхал.
Как находил себя, как выходил из этого состояния, как в целом ощущения, когда ты много-много-много работаешь, вкладываешь всего себя, вот как без отпусков, причем у тебя еще и разделение работы такое, что ты у нас и диктор, и в Локомотиве, и в Казанке, и, в общем-то, ну, реально, я так понимаю, что жизнь проходила в основном в работе. Как ты себя вот обрел спустя... Сколько лет ты вообще в Локомотиве в итоге прожил? 6,5 с 1 сентября 14-го. И вот как вот эти вот 6,5 лета закончились, и как ты себя находил после этого? Ну, очень необычное ощущение в том плане, что тебе утром никуда не надо прежде всего, да, что ты, в принципе, предоставлен теперь сам себе. И понимание того, что ты не являешься частью любимого клуба, оно приходит чуть позже. От этого становится грустно как-то эпизодически, да, это не то, что какая-то щемящая грусть, которая тебя давит, это не какая-то депрессия, нет, такого ни у кого не было, насколько я знаю. Повторюсь, первые две недели отдыхал, а потом уже как-то начал поиски, стал переключаться на то, чтобы найти новое место. Мы постоянно были и есть на связи со всеми ребятами. У нас крайне активный чатик рабочий, который, мне кажется, даже во времена нашей работы не был столь активен, потому что как-то все виделись друг с другом на работе, и нечего было обсуждать. Вот так в ежедневном режиме что-то общались, скидывали вакансии, как-то всячески друг другу помогали, встречались, разговаривали о будущем, разговаривали о том, что было. Ну, в общем, это как-то все действительно помогало. Тут спрашивает человек с ником FRLRN. От увольнения есть понимание, это правда в футболке или это был только повод? Давай так, я сразу обозначу, что, наверное, до сих пор не могу и не считаю правильным говорить что-то плохое ни о руководстве клуба, ни о ребятах, которые сейчас там работают в пресс-службе. Просто с самого начала как бы вот эти границы очертить, поэтому не ждите от меня какого-то шикарного огненного спича на эту тему. Но судя по тому, сколько людей сейчас в летний период, в межсезонье закончили работать в Локомотиве, эта информация так или иначе вытекает через разные телеграм-каналы, сколько из них ушло в другие клубы или остались без работы, то думаю, что это был исключительно повод. То есть, ну, не в марте, так большинство бы ушло или ушли в межсезонье после конца сезона. Собственно, как большинство, опять же, из нас хотели сделать. В целом, как ты думаешь, большой штат людей, которые занимаются прессой, освещением и всего такого, ну, он у вас на самом деле не был большим, да, но народу ушло достаточно много. У вас было достаточно человек, нужно было больше человек, можно было справляться меньшим количеством людей. В целом, еще, ну, объясню, потому что единственное интервью, которое давал Леонченко за все это время, это было интервью Рабинеру, и там он говорил о том, что штат сотрудников Локомотива — это порядка, там, не знаю, 500-600 человек, а достаточно для Локомотива 300 человек. И, ну, в целом понятно, да, откуда ноги растут всех этих увольнений. И в итоге мы видим, что Локомотив пришел к тому, что, ну вот, Казанка сыграла, и мы после этого счет ждали примерно еще сутки. Как же она сыграла? Ну, мы сходили на стадион, мы это знали, мы люди VIP, но большинство, в общем-то, ну, сыграла Казанка и сыграла, ладно. Вот как ты думаешь, вот как вы работали? Нужно было еще больше людей или можно было обойтись меньшим количеством людей? Слушай, на мой взгляд, у нас было примерно идеальное количество человек на должностях, которые непосредственно связаны с командой, с общественным мнением, со СМИ. У каждого был свой четкий фронт работы.
и все этот фронт работы прекрасно понимали. Я знал, что у меня в такое-то время матч Казанки, и я обязательно в такое-то время выложу финальный счет. Финальный счет выкладывался в момент финального свистка, а не через 10 часов после завершения игры. То же самое с мелочами, вроде обновления профайлов на официальном сайте Локомотива. Все фотографии новой игровой формы выкладывались с игроков, я имею в виду, да, вот этот профиль Локомотив команда, кажется, так она ведет. Включая молодежку и Казанку, выкладывались одновременно с анонсом формы, ну или задержкой там 15-30 минут чисто технического характера. Сейчас до сих пор у нас молодежка не обновлена, Казанка не обновлена, поэтому даже мне на самом деле тяжело судить, кто там сейчас остался, кто нет, но об этом, я так понимаю, что мы чуть позже поговорим. Поэтому я не могу сказать, что нас было много. Ну, 5 человек работало в пресс-службе вместе с Кириллом. Учитывая количество команд, которые у нас были, да, это молодежка, Казанка, Академия, это ЖФК и это основной состав. На основном составе работали все, и все знали свою зону ответственности, что самое главное. Там ребята прекрасно знали, что я там наверху нахожусь во время матча, значит, не могу подстраховать их чисто физически внизу. Как-то выкручивались. Один главный редактор сайта, который Василий, который прекраснейше ставил новости в режиме 24 на 7. Аня, которая вместе с Кириллом отвечали за коммуникацию с футболистами. Я тоже, соответственно, присоединялся к основному составу, потому что основа, естественно, это главное, наш медийный актив был, медийный актив клуба. И, соответственно, туда все направлены, все ресурсы туда, конечно, сосредоточены. Вот, поэтому мне кажется, что это количество человек было оптимальным. А что касается сокращения штата, ну, мне сложно судить, насколько увольнение сотрудников из штата и приемах на какие-то их или других людей на договоры ГПХ является сокращением штата и сокращением бюджета. Просто смотри, что вот когда смотрю на текущие медиа Локомотива и вот эту вот ситуацию, при которой на Казанку там еще через 6 часов после окончания матча еще силы какие-то хватают через 10 часов, а уже Лока Яуф, который освещает жизнь молодежной команды, он уже там сколько, неделю-две не обновляется. Полное ощущение, что в Локомотиве просто сейчас на данный момент совершенно не хватает рук на то, чтобы вообще осветить все, что есть в Локомотиве. На основную команду-то, в общем-то, то, как это делается, не особо хватает рук. А уж остальные команды, это вообще второстепенные какие-то вещи. Если кто-то там уже после окончания рабочего дня найдет себе силы зайти, вспомнить пароль, то ладно, если нет, то и хрен с ним. Ну вот ощущение полнейшее вот такое. Слушай, ну, во-первых, мне очень обидно, что ребята, которые сейчас работают в пресс-службе Локомотива, не обращают должного внимания на аккаунты вторых команд. Казанки и молодежки — это моя такая личная боль. У нас аккаунт молодежки, блин, попал в шорт-лист премии Марспо прошлого года. Ну так-то, извините, пожалуйста, но нифига себе. Понимаешь, в чем дело? Когда мы говорим про аккаунты, да, это же история про аккаунты молодежных команд, это же история, на мой взгляд, не только про информирование болельщиков, информирование, интертеймент и так далее. Это во многом история, которая была создана для самих игроков, потому что у нас большинство российских футболистов, подавляющее большинство, не понимают, зачем им медиа в принципе. Они не понимают, зачем им личный бренд. Они не понимают, зачем они дают интервью. Мы эту работу наладили, делали ее качественно, делали ее на профессиональном уровне, до таком, что половина клубов РПЛ позавидовала бы. У нас ребята из академии, которые выходят, они все общаются с представителями СМИ, они все не отказываются от интервью, от каких-то активностей, потому что они уже знают, зачем им это надо. Не только клубу, но и им самим.
Это очень важно, и мы это воспитывали с самого детства. У нас все возраста академии за, по-моему, полтора или два месяца прошли через музей клуба, посетили экскурсию по стадиону, и многие по фидбэку высказывали, что они даже, блин, не представляли, в каком клубе они играют, не представляли, что за ним стоит и так далее. Они об этом даже не задумывались. Это, собственно, не их главная работа. Но мне кажется, это обязательно для воспитанника знать историю клуба, где ты играешь. Мы это все делали вместе с Димой, которого многие знают как Шпината, который у нас отвечал за ЖФК и за музей. Действительно провели всех ребят, и вот те, кто сейчас, те ребятки, которые доходят до молодежки, они уже прошли через этот путь. Те, кто чуть раньше, там, условно, Даня Куликов и до условного, опять же, Ильи Петухова, да, они еще не проходили, но там отношения строились больше на каких-то... Отношения и понимание, зачем это нужно, строилось на каких-то более личных диалогах. То есть я им просто там в транспорте, грубо говоря, рассказывал. Первое упоминание Ильи Петухова на подкасте будем считать. У тебя есть понимание, сколько людей сейчас работает в Локомотиве над медиа, над тем, над чем работали вы? Больше это количество, меньше это количество в целом, да? Я так понимаю, что в штате, наверное, стало меньше, но, возможно, общее количество все равно особо не поменялось. Ну смотри, я буду говорить только за часть, за которую знаю. Это про непосредственно пресс-службу клуба, да, мы не берем дизайнеров, тех людей, которые создают такой визуальный контент, и не берем Loco TV. Не знаю, что там происходит, насколько понимаю, дизайнер сейчас в клубе один штатный. Возможно, во многом это многое объясняет. Помимо Александра Бедрева, насколько я знаю, есть руководитель пресс-службы. Это человек не из футбола, насколько я знаю. Из ФХР, да, его приводил, я так понимаю, Кошкин. Кошкин, видимо, да. Есть два человека на СММ. А, и есть девушка, которая отвечает за женскую команду. Не знаю, делает ли она что-то еще, не знаком с ней. Ну, то есть это не то, чтобы сильно меньше, чем то, сколько было вас прежде? Ну, это не сильно меньше, но это, наверное, вопрос приоритетов. И, ну, на мой взгляд, в таком клубе, как «Локомотив», да и, наверное, вообще в любом, в принципе, достаточно важно, чтобы болельщики понимали, кто выполняет ту или иную задачу. Чтобы в условном ежечате только, там, не знаю, болельщики «Динамо», они знали, кто у них пресс-атташе, кто у них СММщик, что они сделали, а вот эта смешная девочка бегает, фоткается с ребятами и выполняет классно свою работу параллельно. Меня голова сейчас не смотрит, поэтому можно говорить все, что угодно. Мне кажется, это важно. Это как-то сближает, что ли, и когда ты можешь задать напрямую вопрос и знаешь, кому задавать вопрос не только на официальных площадках клуба, от этого коммуникация только улучшается. Насколько я понимаю, от этого решили отказаться, поэтому мы не знаем этих людей. Ну вот как-то так. Шла и закончилась. Давай потихоньку будем тогда уходить от этой темы. Есть еще два вопроса, которые плюс-минус связаны друг с другом. Первый — это, вспоминая тот день и вообще то время, что-нибудь ты поменял бы в своем поведении, что-нибудь бы сказал ребятам в тот конкретный день, да, если бы отмоталось время? Слушай, ну, опять-таки, корпоративы на работе, я думаю, что есть у 90%, если не больше. Творится ли на них что-то, что не хотелось бы вспоминать на утро? Ну, скорее всего, да. Не со всеми, конечно, но иногда происходит.
какая-то ситуация, которая должна оставаться внутри коллектива. Зная наперед, что вот так ситуация повернется, что нас всех уволят, ну, понятно, что задним умом мы все умны. Никто бы не поверил просто, на самом деле, что это может произойти. Во-первых, потому что уволить сразу всех достаточно странно и, ну, необъяснимо во многом. Во-вторых, потому что все, в принципе, понимали, что, как, что такое контент для внутреннего пользования, что такое контент для внешнего пользования. Но, как оказалось, все да не все. Вот, поэтому, ну что я мог, что бы я изменил? Сказал бы, ребята, не, давайте не будем надевать футболки, а то вот этот плохой человек, он потом все сольет и нас всех уволит. Ну, бред же. Ну, мало. Поэтому, ну... Да, слушай, можно просто лишний раз было проговорить, что только типа не выкладывайте. Нет, ну просто так, смотри, что, может быть, чтобы... вполне допускаю позицию, что, ну, учитывая то, что, как ты сказал, и так, в общем-то, планировали уходить, ну, ничего бы не стал менять, просто потому что, ну, а мы ничего такого не сделали, и что, собственно, менять, мы хорошо повеселились, футболки ничего плохого в себе не несли, и никакого там урона ничьей репутации мы не наносили. Ну, футболки действительно ничего плохого в себе не несли, а что касается репутации, это отдельная тема подкаста, там можно долго разговаривать. Что касается уходили, ну, не все же, не 25 человек или сколько там нас было. Я колебался, например. Да, есть ребята, которые точно хотели уходить. Есть люди, которые вообще об этом не думали, чувствовали себя прекрасно. Они-то почему должны уходить? Вот, ну, да нет, не было, конечно, никаких мыслей. И ситуация как бы вот это гиперболизирована очень сильно. И тогда второй, связанный с этим вопрос, его сформулировал, и ты его уже читал, это Евгений Алексеев. Если бы сейчас при нынешнем руководстве и управлении тебя позвали бы работать в департамент коммуникации и обозначили функционал как специалист, то, с чего ты когда-то начинал, пошел бы? И да, что для тебя после локомотивской рабочая жизнь, если таковая есть, одним словом? Ты должен был подготовиться. Я читал этот вопрос, даже начинал придумывать на него ответ, но решил, что не буду так делать, и просто забил, поэтому буду импровизировать. На должность специалиста, безусловно, бы нет, не пошел, хотя бы потому, что есть какой-то минимальный уровень моих финансовых обязательств, назовем это так, которые я должен выдерживать. Специалисты на начальном этапе столько не получают, к сожалению. Что касается работы, в принципе, в локомотиве, мне было бы приятно пообщаться с руководством. Я отвечу так. Тут вот спрашивают у меня в чате, но я тебя переадресую этот вопрос к тебе. Спрашивают, что я говорил, что пресс-служба не могла не знать, что в современном мире не могут фотки не вылезти. И я, в общем-то, до сих пор думаю примерно в том же степени, что если тебя фотографируют на телефон, а ты, в принципе, работаешь в медиа, то ты должен понимать все опасности и все риски того, что человек может быть... даже просто не желая того, все равно каким-то образом эти фотографии в сеть попадут. Сколько сливов их было, и недавний пример Артема Дзюбы, я думаю, что он тоже не думал, что это видео когда-нибудь куда-либо попадет. У вас, ну, было ли, когда вы наверняка общались после этого, наверняка думали об этой ситуации, неужели ни у кого в голове не было вот того, что, ну, наверное, не стоит фотографироваться? Слушай, да нет, конечно, не было, хотя бы потому, что было полное доверие внутри коллектива, оно остается прежним, во-первых. Во-вторых, ну, как бы люди, которые работали вместе не один год, они друг друга знают как облупленных, и, как оказалось, это не так. Но на тот момент точно думалось, что это так. Поэтому, слушай, мы, конечно, плюс-минус нас кто-то знает, там, да, но мы не Артем Дзюба.
И слава богу. Во всех смыслах. Вот, поэтому, ну, как-то нет. Такого вопроса перед нами не стояло, в принципе. Окей, давай тогда закроем эту тему, тем более, что вопросов тоже вроде больше на эту конкретно тему нету, но мне на самом деле очень интересно понять, как строилась конкретно твоя работа в Локомотиве вот эти 6,5 лет, ну точнее меньший период, с того момента, как ты стал ответственным за молодежку. Чем конкретно ты занимался, как строился твой рабочий день, как у вас вообще происходили вот эти вот, ну не знаю, планерки, не планерки, когда вы разграничивали, кто чем будет заниматься на неделе. Я так понимаю, что, ну, главным образом, да, ты был ответственным все-таки за казанку, за молодежку, за общение с какими-то мелкими пацанами. Чем вы вообще там, вот, основная ваша деятельность была в течение рабочей недели? Ну, смотри, вопрос, он достаточно объемный получается. Наверное, я бы ограничил эту историю, начиная с 2017 года, когда Андрей Бодров предложил мне стать пресс-атташе «Казанки». На тот момент мы бросили достаточно большие силы именно на «Казанку» в медийном плане. Это и, ну, как бы нужно было создавать, по сути, бренд с нуля, вообще с нуля. Это чье было пожелание? Это ваше внутри пресс-службы с Бодровым, вы там посвящались, решили, что есть команда? Или это шло там от Геркуса, или как вообще? Я не был еще настолько близок к руководящему составу клуба во главе с Ильей Леонидовичем, которого крайне уважаю. Но, насколько я понимаю, это его инициатива и инициатива Дарьи Спивак, которая у нас была бренд-менеджером, кажется, так это называлось, в клубе. Сейчас снимают классные видосики, в том числе с учетом подкаст и что там еще, коммент-шоу в рамках уже своей компании. Вот, насколько я понимаю, это их инициатива была, которую я, кстати, не сразу принял, я не понимал, зачем это нужно, потом просто мне это понравилось. Мне понравилось то, что мы сделали, то, что делал Андрей Шибанов в качестве дизайнера. У меня получилось привлечь к этой команде, на мой взгляд, одного из лучших футбольных фотографов в настоящее время, Лену Рыбакову, никнейм «Косичка». И вот так вот, кирпичик за кирпичиком, эта работа уже начала складываться и получаться на том уровне, на котором она была и который, в принципе, пытались поддерживать. А чуть позже, уже с Василием Александровичем Кикнадзе, было понимание того, что у нас... тогда ушел Ваня Корж, и, собственно, молодежка упала на меня. Сначала как мертвым грузом, а потом уже мы изыскали возможности сделать из этого тоже классный продукт, который пойдет на пользу и нам, и ребятам, и болельщикам. Я имею в виду Инстаграм, да, который ты упомянул ранее. Собственно, плюс есть еще академия, которую надо просто иногда курировать, направлять нужное русло, помогать со всяческими дизайн-пакетами и историей с коммуникацией. И плюс есть дикторство с основной командой и сама основная команда. Извини, перебью. Академия Локомотива — это, наверное, единственное, что сейчас продолжает жить. Опять же, не без усилий энтузиастов. Я так понимаю, что там особо ничего не поменялось. Оксана Ганза продолжает работать и... В общем-то, ну, Академия, по крайней мере, не умерла, как умер Инстаграм молодежки. Да, Академия жива благодаря Оксане и, насколько я понимаю, Василию Серомолоту. Долгое время работает тоже в структуре Академии. Занимается ей со стороны пресс-службы, да, и знает ребят, как бы вот каждого, кто за какой год играет. Поэтому... Там было все проще, и технически руками там ребята все делали, придумывали, и даже ничего не надо было ими управлять как-то, да, ну, управлять плохое слово.
достаточно было лишь иногда корректировать и вместе додумывать какие-то глобальные вещи. Ну, давай. Они классные, они все знают. Вернемся к тому, как ты все это совмещал и как строилась вообще твоя конкретно работа. Что я не понимаю для себя, это как можно все это совместить в один рабочий день. Потому что уверен, что и для основного локомотива тебя постоянно запрягают, что-то нужно делать, потому что рук не хватает. Но есть казанка, у которой контента было постоянно много. Плюс к этому еще добавилась молодежка, которая тоже в какой-то момент совершенно не останавливалась, бомбила и бомбила контентом. Ну смотри, дикторство — это основное, я это уже говорил. Основное в плане того, что если на других матчах и в других ролях меня всегда могли подстраховать коллеги и друзья, то в дикторстве нет. Ну это просто никак невозможно, да, голос, все такое. Поэтому если домашний матч основного состава накладывался на матч Казанки, которая играла где-нибудь в Орехово-Зуево, то как бы приходилось бросать Казанку и спокойненько работать матч основы, смотря при этом на экране телефона, как играют ребята там. По этому поводу, кстати, есть забавная история, если, ну, такая не очень забавная, скорее грустная, но интересная. Примерно такая же забавная, как у Смолова была? Там ни у кого череп не проломили? Это смешно. Нет, история была в том, что был как раз матч в Орехово-Зуево, когда Казанка боролась с Текстильщиком до последнего за первое место. Вот. И одновременно был матч Локомотива. И я очень помню хорошо свои ощущения, что я пришел провожать команду к автобусу, да, они отъезжают от академии, не знаю, потому что чувствовал, что так надо будет. И у меня было четкое предчувствие, что это команда, которая вместе с Тугаревым, Куликовым, Макеевым, то есть, ну, это реально топовая команда, на ходу была с чередой выигрышных матчей, что они почему-то в этом матче оступится. И так оно произошло. И у меня до сих пор этот момент отъезжающего автобуса почему-то сидит в голове, хотя их было уже, ну, миллионы. Вот, но почему-то именно это запомнилось. Не хочу это связывать со своим присутствием на матче, просто как бы интересная зарисовка из жизни. Вот, что касается как успевать все делать другое, ну, опять-таки, ребята прекрасно понимали, что есть у меня какой-то загруз, они же тоже следят за матчами остальных команд, есть у меня такой загруз в какой-то из дней или нет. Из этого выстраивали в том числе свой график. Так же делал и я, да, если там Аня занята в условной Баковке, а у нас какое-нибудь подписание в Черкизово, то я ее подстраховывал здесь. Ну, в общем говоря, полное взаимодействие в этом плане было, поэтому да, мы иногда зашивались и выходили в 12 ночи, но, блин, такой кайф на самом деле был. Как у вас строилась работа по придумыванию каких-то оригинальных идей? Я вот помню, в один из первых сезонов от «Казанки» вы, я не знаю, возможно, это была тоже какая-то такая идея о том, чтобы сделать вас конкретно звездами, да, но что-то по типу «Орла и Решки», когда вы ездили на выезды и рассказывали о том, как вы туда съездили, как вы как главный герой этих видео. В целом, как вот шло придумывание каких-то интересных, необычных идей и в «Казанке», и если ты был к этому причастен, то и в «Основе». Не, конечно, был, и мы все были вовлечены в основу, я повторюсь. Слушай, всегда по-разному. Иногда это разговор после 7 часов вечера с уже, что называется, без галстуков, да, и почему забили на Телеграм? Даже после удаления щелкает списков РК. Кого-то, Инстаграм и ВК — это круто. И начинается разработка. Иногда это были формальные совещания, летучки, на которых все сидели за большим круглым столом, и вот нам нужно придумать слоган на сезон. Давайте его генерить. Там накидывают варианты. 50 вариантов абсолютного говна, прости, пожалуйста. И какой-то один вылезает, который всем плюс-минус подходит. Начинаем думать, как его развернуть, этот вариант. Мне кажется, процесс креатива, на самом деле, плюс-минус одинаковый-то во всех организациях. Точно так же и у нас было.
Но не было такого, что вот ты там ответственный предлагаешь идеи для казанки и дальше начинаете изыскивать какие-то средства. Кто-то там предлагает идеи, там Леша Жарков предлагает идеи для съемки ролика Лока основного и так далее, да, там Галай за женский клуб. Все вместе делали, все обсуждали. Ну вот, в частности, вот то, что я вспомнил, есть ли у тебя воспоминания о том, как это придумывалось? Слушай, ну очень смутно, и мне кажется, что это было так, что нам надо что-то делать, что-то, какой-то лайв снимать с матчей Казанки, да, помимо трансляции. Нам нужно видео, одними фотографиями от косички мы не ограничимся. Нам нужно что-то делать еще. Соответственно, там начинаешь думать, что один в кадре, ну, кто на меня будет смотреть, никому не интересен, и, в принципе, вытянуть на весь выпуск влога, не имея вообще никакого опыта работы с камерой, в принципе, до этого, ну, эпизодически только, достаточно тяжело. Понимаешь, что есть вот Аня Галай, которая полюбилась болельщикам после роликов. Ну, кому-то полюбилась, кому-то нет, неважно. Вызвала эмоцию, что гораздо важнее. После там, первых своих роликов. Понимаешь, что у вас, в принципе, есть с ней коннект, и вы можете что-то совместное замутить. Понимаешь, что формат двух ведущих, первое, что приходит в голову, естественно, «Орел и Решка». Ехать в Орехово-Зуево с золотой картой или со 100 долларами глупо, да, значит, надо это как-то видоизменять. А вот придумалось, что на матче можно добираться разными путями. Моя часть была, соответственно, состояла из общения с игроками в клубном автобусе, так как помимо этого влога было еще кое-что, что мне надо было делать как пресс-атташе клуба. А Анька была более свободна, поэтому мы ее отправляли во все эти чудесные города самыми разными видами транспорта. Ну, чаще всего автобус или поезд, но там тоже было интересно. И вот, как-то так. Почему все закончилось так быстро? Слушай, устали. Устали мы в первую очередь, потому что уже на второй сезон стало понятно, города начинают повторяться. Неожиданно. Неожиданно, действительно. Вот сейчас бы можно было бы возобновить, потому что там, в принципе, интересно. Там можно где поездить, можно чего поснимать нового. Возобнови. А второй с командой на автобусе. Ну так. Я думаю, многие люди будут в восторге от этой идеи. Блин, ну просто классно, и формат интересный и очень необычный для клубного, футбольно-клубного ТВ. Особенно так-то особо и не видишь. Да, везде какие-то челленджи придумывают, везде какие-то... Ну, в общем, абсолютно однотипные ролики, на какой канал не зайди, если только это не канал Рубина, где поет Леонид Слуцкий. А здесь что-то неожиданное, что-то новое, что-то прикольное. Тут вот еще спрашивают более-менее в тему о том, что некоторые футболисты, сотрудники бывшей пресс-службы были замечены на матчах омского «Авангарда». Было ли какое-нибудь взаимодействие футбольного клуба «Локомотив» с командами из других видов спорта, например, с ярославским «Локомотивом»? И в целом, нету ли вот ощущения того, что можно было бы как-то развивать медиа-клуба путем сталкивания футболистов с хоккеистами, с волейболистами и так далее? Ощущения, во-первых, есть. Во-вторых, у нас был постоянный контакт с Ярославлем и особенно с баскетбольным «Локомотивом» по медийной части. Чуть менее с волейбольными пляжниками и так далее. Но и большой контакт с рубистами еще был. Но мы в любом случае их всегда поздравляли с победами. И как-то как и они нас, и всячески взаимодействовали. Была уже на закате нашей карьеры в «Локомотиве». Была идея, у нас с Аней она появилась, мы хотели использовать хоккеиста Ярославля вместе с Макеевым, поставить их на лед. Uh-huh. И потом, соответственно, на футбольное поле пригласить хоккеиста, чтобы какой-то челлендж устроить. И я не помню, то ли мы не успели по времени... Да, зима, кажется, была, там Лига Чемпионов, там уже было не до челленджей. Угу.
Было бы прикольно. Думаю, все. Да, согласен. Ну, там просто наложился такой вот отвратительный отрезок исполнения команды. Я тебя спрашивал уже на прошлом нашем подкасте, когда мы встречались у тебя на квартире, где, кстати, кот, почему его до сих пор нету. Я пошел искать кадр. Вернись в кадр. Тебя сильно демотивировало вот в плане придумывания идей каких-то, вот в плане того, о чем мы только что говорили, то, что... Вернись в кадр. То, что вы прикладываете большое количество усилий. Привет, кот. А просмотров у этого не то чтобы очень много. И кажется, что, наверное, тогда усилия можно перенаправлять куда-то еще. Или все равно придумывали, постарались, что-то делали, и это особо не влияло. Слушай, а если не придумывать и ничего не делать, то точно ничего не изменится. Тут вот такая логика была. Ну и плюс ко всему я повторю мысль, которую говорил в начале, о том, что это не только для болельщиков и не только для клуба, это для игроков, для самих, которые впоследствии перерастет в уже пользу для клуба, в том числе и финансово. Как... Ну, чтобы они не боялись камеры просто. Ну а как ты думаешь, в теории контент... создаваемый для клуба ПФЛ. Берем Казанку, тем более, что это не просто клуб ПФЛ, это клуб второй, клуб футбольной команды. Он теоретически может вообще набирать просмотры, он может быть интересен публике и ну, собирать сколько-нибудь внятное количество просмотров и откликов от публики. Слушай, ну, конечно, может, и... Мне кажется, у нас было такое, и в том числе на Казанке, потому что сейчас мы же с тобой смотрим почему-то ролики Рубина, да, и не потому, что мы болеем за эту команду. Я не смотрю, не надо меня привлекать. Хорошо, я смотрю. Мы все на Матч ТВ смотрим ролики Рубина. Понял. И мы смотрим не потому, что мы болеем за эту команду, а потому что это прикольно снято, потому что это интересный для России кейс. То же самое можно делать и в ПФЛ, тем более, что там свободы немножко побольше. Ну, не, вряд ли больше, чем в Рубине, конечно, но тем не менее. Отвлечемся от Казанки, кейс красавы, как ты думаешь, взлетит, не взлетит, и в целом для ПФЛ такой клуб — это добро, зло. И если бы он попался с Казанкой, что бы можно было бы, ну, условно говоря, если бы Савин создал клуб 2 года назад, когда вы еще были молоды и активны, попытались ли бы вы что-либо сделать с этим? Слушай, ну, безусловно, мы бы что-нибудь замутили, скорее всего, при этом это была коллаборация, которая бы заранее была обозначена с Женей Савиным. Конечно, да, такое нельзя терять. Что касается моего отношения к Красаве, я, во-первых, желаю удачи Максу Чеканчи, который там пылит, и даже забил уже один мяч в 2 матчах, в 3. Вот, а во-вторых, у меня достаточно скептическое отношение к этому проекту со спортивной точки зрения, я буду рад ошибиться. Но классно, что в такой лиге, как ФНЛ-2, появляются такие клубы, потому что там очень все тяжко в регионах с медийкой, в принципе, в большинстве клубов, даже, ладно, не из регионов, чего я регионы-то принижаю, вообще в большинстве клубов. И пример Красавы может подстегнуть делать лучше, пусть с меньшим бюджетом. Да, у нас тоже у Казанки никогда не было такого бюджета, как сейчас с камерами-пауками, летающими над полем, и лайв-студиями. Это мне вообще кажется перебором несколько. Вот, но тем не менее, мне кажется, что некоторые коллеги, которые адекватно воспринимали появление такого борзого новичка, коим была Казанка, они как-то немножко росли, тянулись, и тот же Алим Долгопрудный, да, я знаю прекрасно престаж этого клуба и знаю, как они выросли за последнее время, ну, в сравнении с тем, что было раньше, конечно. Окей, давай тогда, наверное, с этой частью
закончим. Сейчас я быстренько пролистаю вопросы. Вроде тоже у тебя спрашивают про просташе торпеда Владимира. Обожаю торпеду Владимир, обожаю... Это потом вырежут и в ТикТок, да, вставят. Обожаю Владимира Никольского. Это неподражаемый, абсолютно неповторимый стиль ведения аккаунта в социальных сетях, который узнаваем и горячо любим владимирскими поклонниками футбола. И тогда перейдем к той части твоей работы, которая называется «Дикторство». И вот вопрос из чата. Не скучаешь ли по дикторству? Не тянет ли тебя взять микрофон и что-нибудь где-нибудь объявить? Слушай, ну, периодически бывает такое. Бывает, и я недавно, кстати, взял микрофон, кое-что объявил. Чего себе. Пока не могу говорить, что... Когда премьера и когда можно будет услышать твой голос? Я надеюсь, на выходных, если все хорошо будет. Кайф. Это было забавно. Вот, а друзья, да, зачастую очень часто просят, и если ты, не дай бог, еще в каком-нибудь баре встречаешь болельщиков «Локомотива», ты их периодически встречаешь, они существуют, их достаточно много, они тебя еще и узнают почему-то, и когда они «ну скажи, Жень, ну скажи», то ты начинаешь от этого как-то вот немножко сторониться. Все-таки не хотелось бы и не хочется превращать это в какую-то клоунаду, да, когда ты пытаешься что-то заряжать на потеху публики. У тебя не было, кстати, предложений коммерческих записей аудиороликов? Были. Как ты на них отвечал? Было? Ну, то есть, работал, да? Слушай, я еще во время работы в «Локомотиве» не увидел сообщения на Фейсбуке, потому что туда очень редко захожу, а там было коммерческое предложение о рекламе Volkswagen. Мне до сих пор очень обидно. Вот. А была какая-то ерунда, от которой я отказался, типа озвучки заставки канала, что-то такое. А еще одно мне понравилось, прежде всего, идейно, как это будет реализовано и какой эффект это может дать. Мне понравилось. Поэтому, может быть, услышите, а может быть и нет, как Собянин решит. Очень много, на самом деле, постоянно вопросов возникает о дикторстве, потому что это то взаимодействие, наверное, клуба с болельщиками на стадионе, которое вот наиболее прямое получается, да, фактически ты голос клуба, который с ними общается. Как ты, ну, то есть я знаю, что ты, когда только заступал, да, ты какие-то фишки перенимал у тех, кто был до тебя. Как ты развивался по ходу того, как ты был диктором? Где ты учился, где подсматривал какие-то вещи? Как вообще вот это вот развитие шло? Потому что развитие определенно было. Да, то, что было в начале, и то, с чем мы уходили, ты уходил. Это, соответственно, ну, немножко разная история. Слушай, ну, мы с тобой, мне кажется, уже даже разговаривали на эту тему. С удовольствием повторюсь. Развитие, да, безусловно, было, потому что сейчас без слез нельзя смотреть на ролики с первого матча с Амкаром в 2015 году, это было на Кубок. С другой стороны, я честно признаюсь, что особо не перенимал никаких фишек, за исключением, да, вышеназванных у Вити Степанова и Степы Левина. Но это скорее были фишки не то, что я у них украл, а то, что, как мне кажется, это должна быть преемственность, чтобы зрители на стадионе не чувствовали сильной разницы в том, что будет происходить внутри чаши. То же самое сейчас у «Спартака», например, да, после ухода Макса Орлова произошло. Вот, а что касается развития, мне кажется, я просто раскрепостился ближе к концу, а после чемпионского матча с «Зенитом» уже вообще ничего не было страшно. И я стал четче понимать, когда можно добавить эмоций, что я могу их добавить, как на это отреагируют трибуны, где есть возможность чисто даже по регламенту вставить какую-нибудь фразочку типа «Дима, с возвращением номер 6, Дима,
и трибуны баринов, когда этой возможности по регламенту даже нет, когда этого не стоит делать, когда это не поймут. Ну, такой совокупный опыт, он вылился просто в то, что происходило, ну, наверное, вот как раз с чемпионского плюс-минус сезона. Действительно было неплохо, наверное. Чемпионские матчи, вот тут вопрос про, когда ты объявлял гол, мяч в ворота команды «Зенит». Готовилось ли это, что это было, как у тебя отношения с диктором «Зенита» и в целом, что это было? Желание подколоть? Да, конечно, назовем это словом «подколоть». Конечно, подколоть. И отношения с диктором «Зенита» у меня нет никаких, как и, собственно, с другими командами. А я, по-моему, ответил, да, на вопрос. А, как рождалось? Ну, просто, ну, это достаточно неожиданно, да, и в таком матче, естественно, все это запомнили, все это восприняли, и почему именно «Зенит», например? Слушай, ну почему именно «Зенит»? Потому что у нас 14 из 16 клубов застряли в Советском Союзе в этом плане. Их там подкалывать даже не надо, они сами себя подкалывают. Это эмоции, которые искренние достаточно были, ну, недостаточно, а полностью искренние. Когда тебе на стадионе в Питере в уши орут «Зенит» 15 раз подряд, ты вольно-невольно хочешь ответить. У меня была возможность ответить вот так, которые я воспользовался, мне, ну, дальше уже понятно, что это были какие-то рефрены, да, на следующих матчах «Зенита», уже именно чемпионской игры. Вот, но тогда, да, это смесь эмоций, воспоминаний достаточно таких бесячих из гостевых матчей, ну, вот это все как-то вот вылилось. Там вообще все мешанина была из всего. Было ли что-то такое, что ты хотел бы применять на матчах «Локомотива», но по каким-либо причинам, либо это не проходило согласование, либо это технически было невозможно, и ты, в общем-то, не мог этого делать? Первое основное. Я не мог какое-то время объявлять счет. В последние, собственно, 2 года я не мог объявлять счет. Связано это было с тем, что в ответ на счет цифру команды соперников болельщики кричат не ноль. Что не понравилось... Извини, перебью, мне понравилось на последних выездных матчах, на которых я был, что там дикторы особо, в принципе, не заморачиваются с этим, и болельщики сами начали, все вместе объявляем счет матча, «Локомотив» столько-то, соперник столько-то, спасибо, пожалуйста, сами себе говорили, это было очень прикольно. Слушай, мне тоже это очень понравилось, и я это впервые услышал еще в Махачкале, мне кажется, это какой-нибудь тоже там 17-й год был, может быть, чуть позже, плюс-минус. Я услышал это действительно в Махачкале, и я прям не сдержался, встал, поаплодировал нашему сектору, который был рядом с пресс-ложей. Это прикольно, это прям класс, да. Вот, а возвращаясь к вопросу, что еще не получилось, ну вот помимо счета на последних матчах мне бы, например, хотелось большего взаимодействия с Югом. Мы много раз общались с парнями на эту тему, как бы нам это все дело улучшить, но всякий раз не приходили к какому-то консенсусу, что можно, кроме «Вперед, Лока», я самый лучший коллектив, да, когда там твоя команда забивает 5, а «Локомотив» иногда забивал 5. То по несколько раз это заново все повторять, это уже и драйв не тот, и эмоции не те. Если каждый раз было бы разное, и парни были бы не против, чтобы там, я не знаю, какие-то длинные заряды заводил, мне бы это, мне, как мне кажется, по моему мнению, это было бы круче. Но я туда не лезу, это их территория, их трибуна, не лезу. Я до сих пор не привык. Не лез, это их территория, вот, поэтому тут в данном случае очень важно найти какой-то общий знаменатель, и главное, чтобы им заходило, главное, чтобы им было в кайф на самом деле. Кто диджеял на стадионе, кто выбирал музыку, кто ответственен за то, что за музыкальное сопровождение, которое на стадионе?
Это не диктор. Мне очень часто писали: «Жень, поставь трек» или «Спасибо за трек». Это не диктор. Мы приглашали диджея, который достаточно давно у нас работал. Классный диджей. Ваня его зовут. К сожалению, не знаю его ни... так, никнейм, да? Что там у диджеев? Вот. Еще пару раз был диджей Sunflame. Это Саша Попов, который на Казанке у нас играл постоянно. Когда был Саша, я больше просил его ставить что-то такого, что люди будут танцевать и петь, и фидбэк был на это лучше, на самом деле, чем на музыку Вани. Вот. Но большая часть людей есть, которые, так скажем, не понимают, да, этого. Вот. Во время разминки команды у нас играли треки, которые выбирали игроки. В том числе, например, там появление Скорпионс объяснимо желанием Антона Коченкова. Вот, то есть, когда там Антоха выходил в старте, мы, по-моему, три песни Скорпионс подряд для него поставили. Вот, и всякий раз он благодарил очень искренне за Скорпионс в начале, говорит: «Капец, я зарядился, ребята, спасибо», своим брутальным мужским грубым голосом. Но Вот, ты как-то да. влиял на музыку? Вот ты говоришь, что тебе болельщики писали, и это писали даже в чате в Ежитоке, постоянно тебя тегали. Что за музыка? Поставь такую музыку, и диджей, поставь мою пластинку, и все такое. Ты как-то на это влиял? Какие-то пожелания, может быть, исполнял болельщицкие, и все такое? Слушай, по-моему, да, что-то мы ставили по заказу. Я точно помню, что был какой-то очень снежный матч, может быть, ты мне даже напомнишь его. Совсем недавно он был, в какой-то лютейший мороз мы играли в Но Черкизово. если снежный, то это Локомотив Спартак в чемпионский сезон 0-0, когда там в середине Не-не-не, февраля. чуть позже, вот буквально недавно. Наверное, что-то в декабре, короче, играли, Ну, неважно, на самом да. деле. Да, и там мы чисто по-зимнему включали «Зима, холода» и вот это вот все. На голы Виталия Лисаковича у меня была идея трека Тимы Белорусских «Любовь по-белорусски». Как он к этому отнесся бы? А в смысле бы? Она играла. Ну, как человек, который не ходит и не слушает, а тем более, скорее всего, бы никогда в жизни бы не опознал этот трек, извиняюсь и приношу извинения. Как он отнесся к таким полуподколам? Слушай, мы исходили из того, что если со стороны Виталика не будет негативной реакции, значит, все хорошо. Ну, негативной реакции не было, он тебя не встречал в Не было. подворотне. Не, 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 Вопрос не, да. из чата от Джорджа Беста в ту же тему: чей вкус из лука самый изысканный и необычный? Потому что считается то, что футболисты — это все любители попсы или рэпа. Антон Коченков, конечно, человек слушает Скорпионс, в конце концов. Такое ощущение, что у тебя Большинство действительно слушает рэпчик. такая травма — это Скорпионс с Антона Коченкова. Меня травма, что Антон ушел из Локомотива, на самом деле. Хотя я очень рад, с другой стороны, за Савина с Худяковым, у которых появилась возможность поиграть иногда. Вот. Но это отдельная тема. Да, слушай, футболисты действительно в большинстве своем слушают рэп, и, ну, португалы и бразильцы, понятно, это что-то такое латинское, не очень понятное, наверное, русской душе. Вот, наши, да, и русскоговорящие, у нас Гжегош подсел на русский рэпчик, на хаски, по-моему. Вот. Кошмар какой. У тебя еще спрашивают, что думаешь о том, что я отказываюсь ходить на стадион. Я считаю, что тебя в одном из подмосковных лесов встретит СВ и вместе с белками заставят приготовить самый дикий плов в мире. Кошмар какой-то. Только за то, что я не хожу на РЖД-арену. Ну, А мы про по-хорошему. РЖД, я думал, мы про открытие. Ну, по-хорошему же, РЖД-арена — это не самый удобный стадион.
не самое лучшее место, куда хочется приходить и наслаждаться футболом. Это правда, да, в зимнее время там не очень хорошо, да и летом, когда солнце на восточную трибуну светит, такое себе удовольствие, поэтому я, с одной стороны, понимаю, с другой стороны, надеюсь, что получится посетить матч с Арсеналом с Маном. Так, закончили с дикторством, вроде более-менее на все, что хотел чат, ты ответил, на все, что меня интересовало, ты тоже ответил, поэтому давай поговорим про то, какой ты у нас болельщик, как раз вот ты затронул, о том, что ты собираешься попасть на матч с Арсеналом. Неужели у человека, который работает на Матч ТВ, есть проблемы с тем, чтобы попасть на матч, пускай и закрытый? Слушай, ну, сейчас, мне кажется, у всех людей есть проблемы с тем, чтобы попасть на матч, потому что вообще непонятно, что там с ними будет, с этими зрителями. Может, они допустят только представителей прессы. Может быть, они никого не допустят, кроме там телевещателей, руководящих аппаратов клубов. Поэтому, ну, я, например, не знаю, смогу ли я со своей аккредитацией туда пройти или нет. Оцени, как... По 10-бальной шкале до попадания в Локомотив от 0 до 10, насколько ты был болельщиком Локомотива активным, таким вот прям фанат-суппортер? Слушай, ну на восьмерочку все-таки я не дотянул в плане выездов до десятки. Ну, на восьмерку. Как менялась эта оценка и вот к чему ты пришел на данный момент вот по внутренним ощущениям боления за Локомотив? Ну, давай так, когда ты работаешь в клубе, ты начинаешь болеть не только за сам клуб, но и за лично ребят, и за итог своей, в том числе, работы. Если мы проигрывали действительно все вместе, включая всю медиакоманду. Мы, по крайней мере, лично внутри себя это так воспринимали. Ну, то есть эмоциональная вовлеченность — это уже десятка, а то и 15. По эмоциям, да, конечно, конечно. Конечно, потому что это совершенно разное настроение, когда ты спускаешься вниз с дикторства после выигранного и проигранного матча, особенно там какие-то особенно обидные поражения. Это было все время, пока ты был в клубе, все те 6,5 лет, или были периоды, когда ты, ну, отстранялся, потом снова вовлекался? Американские горки. Наверное, не было. Что у меня? Наверное, не было, наверное... У меня как болельщика американские горки, я их постоянно на себе ощущаю от полнейшей вовлеченности, и когда, там, не знаю, в воскресенье прошел матч, а ты в понедельник уже, скорее бы, следующий матч, до ощущения, что, боже мой, сегодня опять футбол, когда же это кончится, скорее бы, межсезонье. Ну, понятное дело, связано с результатами, связано с действиями клуба самого, связано с, ну, всевозможными факторами, которые вокруг футбола и в том числе связаны с работой, когда к декабрю у тебя уже миллион просто футбола насмотренного и хочется банально от него отдохнуть. То есть у тебя вот такой вот даже эмоциональной чистой усталости от Локомотива, получается, не возникало? Нет, она, безусловно, возникала в том плане, что, блин, у нас послезавтра опять игра. Вот такое. То есть ты там в 10 вечера выходишь со стадиона и понимаешь, что послезавтра ты все еще раз повторится. Потому что, ну, нужен какой-то временной лаг, да, чтобы немножко перезагрузиться, отойти от предыдущего матча. Точно так же, как футболист. Вот с другой стороны, уже когда все началось, ты, естественно, полностью увлечен в процесс и болеешь за ребят, которых... состояние которых понимаешь и понимаешь, что оно было примерно таким же, как у тебя. Ну и точно так же ты заново переживаешь за этот результат. Ну и тогда, начиная в период с апреля 2021 года, как у тебя менялась вот эта вот оценка, опять же, эмоциональной вовлеченности в Локомотив? Очень тяжело. Вот действительно... Это уже не 15 точно на данный момент. И даже, скорее всего, не 10. Оно ниже, чем... Определенно ниже, чем то, что было до работы в клубе и во время работы в клубе. Именно поэтому мы очень часто из
уст ребят, с которыми мы работали, да, и Аня, и Кирилл говорили о том, что, блин, не теряйте вы клуб в своем сердце. Мне кажется, у тебя такая фраза где-то мелькала, в том числе, что ты не хочешь работать в Локомотиве именно по этой причине. Ну, во многом, да. Ну, я много об этом говорил, как бы вот, вот это вот ваше поколение людей, которые в пресс-службе сменяются, и у всех плюс-минус одна и та же история о том, что случается какой-то жесточайший эмоциональный перегруз, когда ты непосредственно в клубе, ты отвечаешь вообще за все, и после этого идет опустошение и о том, что, ну, клуб, он где-то есть, и... Люди приходили ярыми просто болельщиками, а из клуба уходят людьми, которые, ну да, ну Локомотив, часть моей жизни, да, я всегда буду за ним следить и переживать, но такими же болельщиками, которые они были, они уже не остаются. Эта история, она, ну, кругами просто повторяется, сколько уже вот реально людей уходило из клуба, и все примерно одинаково. Я же надеюсь, что со мной этого не случится в таком окончательном и бесповоротном понимании, смысл, понимании, да, вот, безразличия, ну, не безразличия, да, какой-то меньшей эмоциональной вовлеченности. Мне бы очень хотелось это сохранить, потому что, блин, как ни крути, футбол – одна из тех вещей, которые выдергивают любого болельщика из реальной жизни, из реальных проблем хотя бы на 2 часа. У меня точно так же есть эти проблемы, как и у любого нормального человека. И мне хочется на эти 2 часа их выбросить и полностью эмоционально быть с Локомотивом на поле, неважно, кто его тренирует, кто там играет и кто работает в пресс-службе. Вот, и давай, соответственно, выкинем то, что ты работал в клубе, и ты сейчас болельщик Локомотива. Как ты, во-первых, насколько эмоционально все это переживаешь? Вот, например, не так давно Локомотив уступил в матче за Суперкубок Зениту. Смотрел ли ты этот матч со стадиона, смотрел ли ты его в баре, смотрел ли ты его по телевизору дома, вообще в какой компании? Я не смотрел его со стадиона, поскольку у меня на этих выходных был Кубок Пари матч премьер. Мы смотрели его вместе с ребятами из бывшей медиа-тим. Собрались как старые добрые все вместе, чтобы посмотреть игру Локомотива. Ну и, в принципе, пообщаться. Там уже порядка месяца не виделись. А у нас такой временной лаг складывается. И замечательно побеседовали обо всем на свете. Что касается игры, то, конечно, мы все переживали за результат, но то, что Локомотив показывал на поле, к сожалению, в этом матче было далеко не самой зажигательной игрой, за которой хочется непрерывно следить и не отрывать глаз от телевизора. То есть там ты, конечно, болеешь и подсознательно еще на что-то надеешься, но после 2-го гола, например, эта надежда уже минимальна, естественно. Ну, поэтому, ну, во многом из-за такой вот манеры игры, да, насколько я знаю, ребята были под огромными нагрузками на 2-м сборе, еще больше, чем на 1-м. И я так понимаю, что Марко просто хочет их вывести на пик чуть позже. Следил ли ты вообще за межсезоньем? То есть, вот опять же, пытаюсь понять уровень твоей вовлеченности на данный момент в Локомотив, потому что, ну, понятное дело, что матч премьер тоже наверняка кубок этот отнимает достаточно большое количество времени и внимания. За межсезоньем ты сам следил, либо по слухам, кто тебе рассказывал и все такое? Слушай, я следил, естественно, внимательно, и я следил как за медийной частью, естественно. Ну, это было несложно, кстати. Да, действительно, это было несложно, но иногда немножечко кринжово. Тем не менее, и за слухами, и из ежечата никто из нас не удалился, кстати, да, что еще раз доказывает то, что мы все продолжаем следить за клубом и будем продолжать это делать. Мы все общаемся в бывшем рабочем чатике. И как бы смотри, с точки зрения информированности о том, что происходит в клубе, практически ничего не изменилось. Uh-huh.
С точки зрения эмоционального окраса этого всего, особенно там игр, результатов и так далее, наверное, немножечко, конечно, снизился этот уровень. Ну, я просто вот хочу с тобой сейчас поболтать, как с человеком, который просто следил за межсезоньем, который просто болеет за Локомотив, и твои ощущения от того, что происходит в Локомотиве, от большого количества ухода футболистов, да, Коченков, которого мы уже упоминали, Мухин, Эдер, Игнатьев и Иосифов туда же. Отсутствие трансферов, да, то, что на данный момент, на эту секунду у нас есть Нинахов, у нас есть Зинович, у нас есть, ну, собственно, все на этом. Никитин пришел еще зимой, хоть его и представляли на этом, на встрече с болельщиками. Как вообще вот ты к чему, как относишься к старту сезона и какие у тебя ожидания от этого сезона? Да, слушай, ну про трансфер я не буду говорить, потому что я, в принципе, знаю, почему уходил тот или иной игрок. Да, это будет немножко некорректно просто притворяться, что я этого не знаю, и высказывать какое-то мнение, которое будет противоречить даже самому себе. Единственное, что я могу точно сказать, что в случае с Никитой Иосифовым он пошел в европейский клуб, в который стремился изначально, да, он не выбивал денег из Локомотива. Уточню, я тебя не спрашиваю о том, почему тот или иной футболист ушел, и не спрашиваю, да, не хочу каких-то инсайдов. Сам факт того, что клуб покинули футболисты, вот у нас была достаточно хорошая весна, я думаю, что с этим ты вряд ли будешь спорить, но при этом, как мне кажется, на мой взгляд, эта весна была достаточно сильно на грани. Очень большое количество матчей могло завершиться совершенно в другую сторону, в пользу наших соперников. И ослабление клуба в таком случае, оно скорее вот приводит к тому, что такие вот пограничные результаты, они будут складываться не в нашу пользу, как они складывались весной, а складываться в пользу наших соперников. И то, что произошло, соответственно, в мае, в июне, когда большая группа людей покинула таки клуб, оно привело к ослаблению этого клуба. Это вот мое личное мнение, как я это вижу. Как вот с твоей точки зрения клуб вот на данный момент, он вообще на какие достижения может замахиваться? Ну, я считаю, что нам надо быть в тройке как минимум. Что касается ослабления, то с одной стороны да, с другой стороны нам всем, как болельщикам Локомотива, надо немножко проще относиться к уходу игроков из команды, потому что не существует незаменимых людей, и при должном уровне селекции и трансферов, которые я надеюсь, а я надеюсь, что они все-таки будут, никто потерю бойцов не заметит, да, как говорится. Сделал бы я иначе, я не уверен, да, по поводу там продления Влада или Антохи, ну, потому что ты понимаешь, что как бы возраст. Да, наверное, Влад еще поиграл бы на отличном уровне, ну, год точно. Никаких проблем бы не было. С другой стороны, под Владом наверняка найдутся молодые ребята, которые вот этого шанса своего ждут уже не первый год. То же самое касается вратарской позиции. Вот. При том, что я обоих, и Антона, и Влада, и Эдю, естественно, люблю огромной любовью. Я верю, что трансферы еще будут. Я просто отказываюсь верить, что вот клуб сформировал окончательную заявку на сезон, потому что это не может быть просто так. Нам все-таки играть еще в Европе. И дай бог, если мы выйдем весну, то там весной вообще борьба на три фронта, да? Насколько я понимаю, кубок у нас же опять будет с весны. Ну, по крайней мере, на данный момент мы играем весной, а потом обещают, что кубок у нас вообще может закончиться в феврале. Ну, есть. Ну, я тоже, да, я тоже слышал этот потрясающую новость. Как тебе идея, кстати, о том, чтобы проводить финал четверех у Кубка России, когда команды выходят в полуфинал, и вот эти четыре команды едут в один город и в течение недели разыгрывают полуфинал и финал?
Слушай, с одной стороны прикольно, а с другой стороны, когда это в календарь вмещать? То есть, если это после конца После сезона? конца сезона, в мае, ну, как вот это изначально планировалось, сезон заканчивается, и вот следующая неделя после окончания сезона, через 3 дня полуфинал, через 3 дня финал. Слушай, ну, с одной стороны, да, это прикольно, и я бы на это прям посмотрел с удовольствием. С другой стороны, футболисты наши не очень привычны к такому количеству игр и могут немножечко не показать тот уровень футбола, которых мы от них ждем в полуфинале и финале. Вот. Но в качестве эксперимента почему бы не попробовать? Ну, вот такое у меня отношение. Я как бы никогда не задумывался над этим вопросом перед тем, как до того. Да. Приход Рангника, как ты оценишь в клуб в целом? Есть ли ощущение, что клуб пытается каким-то образом систематизировать работу спортивной части после периода, когда этим всем занимался Василий Александрович? Да, безусловно, пытается. Вопрос в том, как он это сделал и делает. То есть я не очень понимаю, во-первых, должность Рангника в Локомотиве. Как, я думаю, большинство болельщиков, когда Рангник говорит одно, клуб упускает на официальном сайте абсолютно другое. На мой взгляд, это достаточно противоречивые противоречащие друг другу вещи. И в той или иной модели можно достаточно эффективно существовать. Но чтобы рассуждать более предметно, нужно понимать, в какой из этих двух моделей Локомотив существует. Я уже где-то говорил, то ли в чате писал, что мне, как и Владимиру Валерьевичу Леонченко, нравится работа Самедова. Я был на сборах вместе с Сашей, и я видел, что он делает, я видел, как он осматривает футболистов. Можешь поподробнее, что он делает, ну, что конкретно тебе понравилось, ну, что такое тебя зацепило, что ты считаешь, что это круто? Особенно учитывая, что Самедов не тренер, а все-таки там глава селекционной службы, селекционного отдела. Он не глава селекционного отдела, он, по-моему, селекционного отдела молодежного футбола. Ну да, 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 да. Что такое? Начальник отдела там молодежного футбола. Во-первых, он очень быстро и достаточно глубоко погрузился в вертикаль Академия Казанка. То есть уже через там, 1,5 месяца он практически безошибочно всех футболистов знал, знал, на каких позициях они играют, знал, какая команда требует какого усиления, на какой позиции, и начинал точечно работать уже непосредственно включая по этим академию. Позициям. Включая академию, включая UFL-ные команды, да? Включая UFL-ные команды, да. Uh-huh. Да. С Сашей всегда было, в принципе, приятно поговорить на тему футбола и не только, да, он достаточно образованный человек, и с ним интересно. Но когда ты непосредственно с ним общаешься на тему футбола, то становится понятно, что он еще и, как бы, будучи достаточно важным человеком вообще для истории российского футбола, как мне представляется, во всяком случае, одним из самых заметных, так уж точно. Он прям действительно хорошо разбирается, удивительно, но факт. И подмечания постоянно, какие-то моменты на тренировках, в играх, как можно было бы сделать тому или иному игроку иначе, как бы он мог сыграть. Но он не лезет при этом в тренерскую работу? Нет, ни разу, ни разу. Во-первых, если бы он залез в тренерскую работу Максиму Юрьевичу Мишаткину, я думаю, что ему бы не очень понравилось. Он уточнял у Максима Юрьевича, как собирается играть команда, да, но он вообще никогда своего мнения не высказывал, просто это был разговор двух специалистов о футболе. И за этим тоже было любопытно понаблюдать и послушать это. Ну вот и в сумме, да, вот это вот все вот эти моменты, они дали такое впечатление лично для меня. Один вопрос. Как Александр Самедов оценивает игру Вадима Карева?
Вадим может лучше. Отлично. Сейчас давай вернемся буквально на одну тему назад, потому что тут был донат и есть вопрос из чата. Донат, почему забили на Telegram, даже после удаления из списков Роскомнадзора? Инстаграм и ВКонтакте — это круто, но не всех в них живут. И почему в свое время трансляции уехали во ВКонтакт? По очереди. Так, Telegram. Мы на него, с одной стороны, да, забили, но там была история в том, что мы искали формат, подходящий для Telegram, и нам не очень хотелось туда в свое время постить, репостить новости с сайта или из других соцсетей. Нам хотелось превратить это в какую-то площадку для такого плюс-минус лонгрида. Попробовали, пописали, не очень получилось. Там пробовали историю с какими-то байками, да, если ты помнишь, одна или две вышло из них. С внутриками, с какими-то. Пробовали какой-то совсем уж неформальный стиль еще в чемпионский год, который лично меня вообще раздражал. В общем, по-разному. В итоге, когда у нас все-таки появились СММ-специалисты, которые как бы взялись за работу, ну, был выработан определенный формат, но он, по сути, повторял, да, то, что у нас было во всех остальных соцсетях. Не говорю, что это классный и замечательный кейс, просто то, как оно было. Напомни, пожалуйста, остальные вопросы. Вопрос про ВКонтакт. Почему в какой-то момент трансляции уехали туда? Ну, из Ютуба, по крайней мере, молодежку точно в какой-то момент начали зачем-то показывать во ВКонтакте. Не самый удобный. Да и сейчас периодически бывают, показывают. Мысль была в том, что YouTube у нас должен был остаться до премиального контента. Если ты помнишь, Loco TV 2.0, когда запускалось, стартовало оно достаточно бодро и ярко. Было действительно много контента с большой частотой периодичности. С другой стороны, насколько я помню, ребята просто в один момент захлебнулись этим контентом и не смогли просто уже выпускать в прежнем режиме его. При этом молодежку мы топовые матчи там с ЦСКА, Спартаком, Зенитом, Краснодаром продолжали показывать на Ютубе. В прошлом сезоне молодежка у нас уже вся была как ВКонтакте, так и на Ютубе. Окей, а вопрос из чата. Джордж Бест спрашивает, на каком из матчей ты максимально порвал связки, чтобы потом неделю устанавливать голос? Где у тебя ты прям вот орал так, чтобы уши закладывало? Ну, уж у вас постоянно закладывало. Слушай, ну, были такие матчи, но я их сейчас, наверное, не вспомню. Скорее всего, это какая-нибудь Лига Чемпионов, например, была, или Лига Европы с Ниццей. Может быть, и с Ниццей, не знаю. Мне почему-то кажется, что это что-то было европейское. Плюс очень важно держать себя в форме, да, ты можешь особо и не орать, но после первого матча, после межсезонья, ты все равно выходишь с охрипшим голосом. Я сейчас с этим столкнулся, когда как раз для коммерческой истории записывался. С непривычки, сколько там с марта уже прошло, то есть с февраля, с конца февраля. Надо было тебя пораньше на подкаст позвать, чтобы ты связки тренировал. Да, да, кстати. Ну, мне кажется, даже сейчас слышно, что я немножко начинаю хрипеть. Все равно это чувствовалось, да, то есть дело в форме и в тонусе. Вот. Ну, наверное, я бы сказал, что после «Зенита», но опять же, там такое состояние было, что ты этого даже не помнишь. Были ли, наоборот, ситуации, когда ты в жизни что-то делал со своим голосом, что тебе после этого тяжело было работать на матче? Ну, не знаю, там где-нибудь наорался, где-то наоборот там простыл как-то очень сильно, и тебе было прям вот, слушай, вот тяжело. Первый случай был в Перово на молодежных составах, когда я прилетел. У меня был небольшой отпуск, по-моему, дня три я провел в Сочи и умудрился там заболеть непонятно чем. Это еще до ковида, естественно, было. Непонятно чем, и прилететь в Москву с температурой 39 из аэропорта, поехать в Перово в минус 20, смотреть матч «Локомотив» и «Ахмат» молодежных команд. Незабываемое ощущение.
И, по-моему, в этот же день была потом еще вечером игра основного состава или на следующий, что-то такое. Вот, это был первый такой случай. Были случаи, когда приходил на стадион после дней рождения друзей, а матч там в 2 часа дня какой-нибудь стоял. Это было тоже достаточно непросто, в том числе и для голоса. Еще вопрос. Что со звуком на РЖД-арене? И я еще дополню про Сапсан-арену, которую мы имели счастье слушать буквально на этих выходных. Были ли какие-то подвижки с тем, чтобы его сделать? Каким-то образом тебя, может быть, вовлекали в... Ну или ты сам просил, чтобы давайте сделаем что-нибудь? Смотри, все сообщения, во-первых, которые я видел в ежечате, как минимум, и в Твиттере, во-вторых, я сразу скидывал технической группе. Они чаще всего к следующему матчу поправляли этот косяк. На РЖД-арене, насколько я знаю, сейчас стоят колонки Sennheiser, которые поставили во времена Геркуса, и там вопрос их калибровки и технический момент с какими-то вечно вылетающими трансформаторами. А трансформаторы вечно вылетают из-за дождя, а дождь потому, что у нас все течет там. Вот. Что касается Сапсана, я, кстати, вот такой Кстати, приходите рассинхронность. все на стадион, да. Такой вот рассинхрон, который был на матче Казанки, я услышал на самом деле впервые, хотя на Востоке я сидел не впервые. И мне сложно говорить, это постоянная история, это зависит от диктора или это появилось только что. На Сапсане не помню, не уверен, что там установлено прежнее оборудование с Черкизова, по-моему. Его точно планировали установить, но установили, получилось, не знаю. Окей, возвращаемся. Чувствую, что ты уже устаешь. Давай быстро пробежимся по молодежному футболу, по Казанке. Ты сейчас глянул на список вопросов, я так понимаю, усталым взглядом. У меня кот чихает. Понял. Что происходит с Казанкой? Клуб, который фактически прямо со старта чуть ли не стал претендовать на топ-3, топ-1 своей зоны. Достаточно сильный на тот момент, с хорошими командами. После ухода Клюева, ну, настолько все срезалось. Неужели фактор тренера, он прям вот ну, настолько сильно влияет? Те, кто приходят, не казались прям уж совсем плохими тренерами. Ну, фактор тренера плюс фактор поколения, да, то есть фактор того, как игроки развивались до этого в академии. По идее, в Казанку игроки уже должны быть полностью готовыми к мужскому профессиональному футболу на тот момент, когда они уже приходят в эту команду. К сожалению, есть обстоятельства, которые не позволили подготовить некоторые года к этому футболу. Думаю, что примерно в этом году, к сожалению, в этом сезоне мы в этом убедимся. Не могу согласиться. Команда Казанки, которая боролась за топ-места, это команда 98-го года рождения. Команда 2001-го года рождения, которая пришла ей на смену фактически как базовая, она ничуть не слабее, а то и сильнее была, да? Это четырехкратный чемпион России по своему возрасту. И ребята, которые там были, на каждой своей позиции, они были, ну, в топе России, ну, или близко к этому, в сборной России. Да, там, не знаю, Севикян Хорошо, а ушел, ты... Климов ушел, но по сути многие остались. А как ты думаешь, нормально ли, что на смену 98-му году приходит сразу 2001-й? Я думаю, что это не прям вот хорошая ситуация, но базовые года, они всегда так и будут. То есть так еще забавно получается, что у нас базовые года, они идут ровно через 3 года. До этого был 95-й год, Полстяновский и Клюевский как раз, потом 98-й, потом 2001-й, а следующий 2004-й придет на смену, что 2003-й тоже мертвый. Ну, вот, ты озвучил то, что я не хотел озвучивать. 2004-2005 год действительно у нас как бы неплохие, Ну и и от них я очень рад. 2001, 2002, 95, 96, да. А потом Ну да, следующий год, согласен. 97, он мертвый, 2003 он мертвый и так далее. Согласен, это я тоже обращал на это внимание, да, на эти волны. Это очень интересный момент, конечно. И с одной стороны, можно все спихивать на академию, с другой стороны, можно
Ну, у меня вызывают некоторые вопросы тренерский гений Александра Михайловича Катасонова, например, который возглавил команду после Клюева. У меня такие же вопросы вызывает тренерский гений Ильшата Файзулина. И не вызывает такие вопросы тренерский гений Андрея Федорова, как ни странно. То есть есть надежда на то, что этот сезон и то, что мы увидели с тобой в... Когда это было-то, господи, воскресенье? Воскресенье. В субботу суперкубок был. Что это все-таки, наверное, рядовая история. Потому что мне совершенно не нравилось то, что я видел по весне с Андреем Федоровым, но это можно было списать на то, что прошла замечательная предсезонка с одним тренером, а за неделю до турнира назначили другого тренера. Но теперь Федоров провел замечательный сбор в Подмосковье. Надеюсь, ему там все понравилось по условиям. Жалко, мы ничего об этом не знаем, но... Жалко. Два товарищеских матча как минимум там были, и в целом это уже команда Федорова уже без всяких скидок. И она выходит, и 2-3. Слушай, я понимаю, почему она выходит, и происходит вот это, потому что за сутки до матча основной состав спускает тебе 4 игроков, как минимум, 5 игроков. Касимов, Бабкин, Зинович, Худяков, Петров. И Петров. Ну, Петров чуть раньше присоединился, насколько я помню. Ну, его не было на Суперкубке, да. Ну, да, на Суперкубке его не было. Мало того, что они достаточно уставшие после перелета, они прилетели в 3 часа ночи как бы в Москву только, они в целом не встроены вообще в игру, и тренер их не рассматривал на эти позиции. Все-таки, когда была казанка Дениса Викторовича, у нас была чуть меньшая ротация во время сезона. И это очень важный момент. То есть были единичные случаи, когда игроков вызывали в основу, например, или наоборот спускали из основы. Это там, не знаю, случай Галаджана, которого спихнули из основы к нам, и случай, когда Даню Куликов забрали в основу перед одним из важнейших матчей с Велесом. Вот дважды я такое помню, например. Здесь же сейчас, еще со времен Ильшата, это происходит регулярно. То есть мы, например, не можем с тобой предположить, даже в каком составе выйдет Казанка на следующую игру, потому что, скорее всего, Марко, например, может захотеть там Касимова с Бабкиным увидеть в основе и оставить их на скамейке. Может, да легко. То же самое, там, не сойдутся графики или, наоборот, сойдутся так, что команды будут в один день играть. Придется выбирать уже. То есть от этого действительно много зависит, и мне кажется, что это вообще основополагающий момент в игре Казанки. Но что мне нравится, что ребята перестали бояться бежать вперед с Федоровым. Я плюс-минус начинаю понимать, во что они хотят играть. Хотя бы пока что на уровне понимания именно задуманного. Если... Да, поэтому... Брать, мы говорили уже тоже на прошлом подкасте о ребятах, у которых получилось, не получилось из Казанки. Тут вот спрашивают, почему у Тугарева не получилось. Что можешь сказать? У тебя какой-то удивленный вид. Могу пожать плечами. Ну, не знаю. Ты вообще считаешь? Давай начнем с того. Есть футболисты, которых я могу сказать, извини, да. Есть футболисты, которых я могу сказать, что он там зазвездился. Поэтому ничего не достиг, и сейчас играет в ФНЛ, ну, сидит на лавке в ФНЛ. Есть вот футболисты, как Рома, который начал феерить и потом также не смог поддерживать этот уровень в основе. Ну, я, собственно, хотел задать вопрос, считаешь ли ты, что у него не получилось? Все-таки он игрок клуба РПЛ, и ну, не так уж и много ему лет. Я так понял, что не получилось в Локомотиве этот вопрос просто, а так, безусловно, его карьера, как бы, она абсолютно адекватная, она хорошая, и огромное количество футболистов могут такой карьере позавидовать.
не получилось в «Локомотиве», мне кажется, тоже довольно странный вопрос, потому что, ну, не Тугарев владелец своей собственной судьбы, и если тебя тренер не видит, причем тебя не видит один тренер, потом второй тренер не видит, то, ну, ты уходишь искать счастье в другой клуб. И это, в общем-то, нормальная история. Достаточно часто, что человек может раскрыться в одном клубе и не может раскрыться в другом клубе, при этом совершенно без каких-либо объективных на то причин. Спрашивают, кто зазвездился. Конечно же. Не, я не буду говорить. Вопрос тоже достаточно стандартный. Из тех, кто у кого не получилось, да, про кого ты больше всего удивлен, что у него не получилось, что ты был уверен, что вот этот парень, он целеустремленный, он хорошо играет в футбол, и вообще у него все должно быть по жизни хорошо, но потом ты смотришь, и он, условно говоря, выше ПФЛ-ки и ФНЛ-2 не поднимается, и шансов у него особенно на то нету. А может быть, вообще закончил с футболом. У меня, например, есть, например, фамилия Виктора Ферифёрова, 98-го года рождения, который феерил совершенно по своему возрасту и был одним из лучших центральных защитников по своему возрасту. Потом достаточно быстро поднялся в молодежную команду и, насколько я помню, участвовал в сезоне, когда молодежка стала чемпионом. Был запасным. Ну, он выходил на поле. Мало очень играл, слушай, там Лапша уже играл. Да, там выходил, там появился в какой-то момент Лапшов, который его вытеснил из состава полностью, и... но тем не менее он рассматривался в этой достаточно сильной команде. А потом он все, он даже нигде не попробовался и просто закончил с футболом. И вот это для меня абсолютно удивительная история. Была еще удивительная история с вратарем 2001 года рождения, про которого мне Мишаткин рассказывал о том, что фамилия Гончаров у него была, он конкурировал с Ботнарем, и они по очереди играли, и там одно первенство России завез Ботнар, другое завез Гончаров в серии пенальти, а потом Мишаткин ушел из этой команды, и Гончаров сказал, ну, раз Мишаткин ушел, то и я с футболом закончу. И человек уровня юношеской сборной России просто закончил на этом с футболом и ушел в учебу. Вот, это интересный кейс, я не знал про Гончарова, кстати. Ну, это мы с Максимом Юрьевичем общались. Да, понимаю. У тебя были ли подобные, вот, когда ты, ну, вот, уверен в парне, а он нет? Ну, из совсем раннего, это Илья Рубцов, нападающий, которого мы переманили из «Спартака». Прям переманивали? Ну, он лучшим бомбардиром первенства был, насколько я знаю. Я просто слышал историю о том, что когда «Спартак»... «Спартак» отказался? Ну, не то, что отказался, но они вообще не планировали с ним подписывать контракт. Потом состоялось вот это вот первенство России, на котором он стал лучшим бомбардиром. И они такие, ну... Окей, ладно, давай все-таки, наверное, ты у нас останешься. Он уже, а так я в «Локомотиве» уже. И они такие, а, ну понятно. Ну, как выяснилось, «Спартак» от этого мало что потерял. Да, ну мне почему-то верилось в Илюху. Он сейчас в «Сахалинце», в самой популярной команде мира. Ну, России так точно. Я думаю, мира. Кто еще? Ну, наверное, Никита Желтиков. Остальные просто еще имеют шансы. У нас, например, был парень, который, фамилия Никитин, по-моему, которого пробовали... Никитин, да, 63-й номер, из ЦСКА пришел. В основе, как второй Лысов рассматривался, его там даже какой-то товарняк Семин ставил, и... Ну, казалось, что, ну, если уж вот он до такого дорастает, то дальше тоже будет все хорошо. А сейчас он тоже в какой-то то ли ЛФК играет, то ли вообще уже не играет. Слушай, он в ПФЛ, по-моему, играет. Я недавно смотрел, ну, относительно недавно смотрел, где он, чего, ну, где-то он в ПФЛ, то ли в Липецке, то ли он что-то. Он же выигрывал пик-тест. Это же главный показатель хорошего футболиста, как известно, для меня. А ты уверен, что он выигрывал пик-тест? Практически уверен. В одно время с Лысовым невозможно было выиграть. Ну, возможно, Лысова не было на каких-то сборах. Не знаю. Возможно, он был вторым, так и быть, ладно.
Веришь ли ты в реанимацию карьеры Галанина? Сразу двойной вопрос от Fallen Up и Джорджа Беста. Нет. Он сейчас, если я не ошибаюсь, отказался от аренды в клубе ФНЛ и пошел в аренду в клуб, ну, или, точнее, не аренду, а контракта. И пробуется сейчас то ли в Нижнем, то ли в Ахмате, то ли еще где-то. Я знаю, что его точно хотел Урал. Насчет ФНЛ я не слышал, но вполне могу предположить, что были такие разговоры, потому что Ваня обладает неординарным мышлением, да, в первую очередь, и способен реализовать все-таки это на поле. Но что касается вот прям большой большой квартиры, наверное, он реализует, а вот карьеру, к сожалению, не уверен, потому что часики-то тикают, и все-таки 98-й год, да. Это уже время, когда надо не стучаться куда-то, а полноценно играть. Но что не так с Ваней Галаниным? Что, почему он был таким классным, потом травма, и потом вот он, ну, уже на уровне Казанки не особо блистает. Он же никогда не был каким-то там суперскоростным футболистом, который там на резкости что-то делает. По сути, ну, травма и травма. Вылечился, у тебя все в твоей голове. Почему Ваня уже не тот? А мне кажется, ты сейчас ответил, причем дважды, на свой же вопрос. Все в твоей голове и после травмы. И мне кажется, Ванька просто не смог переключиться обратно, стать тем, кем он был. Плюс по молодости он, очевидно, ему хотелось феерить, да, ему хотелось быть вот этой звездой, ему хотелось быть фантазистой, вот эта тройка их с Махатадзе и с Галаджаном, которая разрывала всю молодежную лигу, и может быть, отчасти то, что там у Жоры чуть больше получилось в премьер-лиге, начало получаться, да, когда он в Казань уехал, ну, по крайней мере, с точки зрения контракта. Может быть, этот момент, да, когда их троица была разрушена, он вроде нашел отдушину в лице Тугарева, и они там феерили, а потом и Тугарева забрали в основу. И вот, мне кажется, вот в таких мелочах и кроется вся проблема. Ну, может быть, ему нужно найти своего тренера, своего психолога, не знаю, там, вторую половину, которая его выведет на душевное равновесие. Ну, потому что, еще раз повторяю, кажется, что ничего невозобновимого, невосстановимого в карьере Галанина не произошло. То есть, ну, да, была травма, да, была жесткая травма, которая выбила его на несколько лет, но показывать футбол можно и спустя 2 года. Есть пример, там, не знаю, Романа Еременко, который из-за допинга выбыл из футбола на долгий срок, вернулся и просто единомоментно стал на какой-то период одним из лучших футболистов РПЛ. Ну, то есть, проблемы в голове, они же неизлечимы. Если бы вот как Дмитрий Сычев, который утратил свою резкость единомоментно, ты здесь уже ничего не сделаешь, потому что это физиология. С головой вроде можно бороться? Ну, наверное, да, я с тобой соглашусь и буду искренне рад, если Ваня это поправит, и через какое-то время мы его действительно увидим в клубе РПЛ в основном составе. Буду только рад и скажу, что я был неправ. Вопрос от Fallen Up, он тоже косвенно про Галанина. Есть ли у тебя какие-то вопросы, претензии к работе медицинской службы в то время, можно без подробностей? Я не травмировался, пока я работал в Локомотиве. Но по... О, кстати, привет тебе. От моего кота вашему коту. Спасибо. Нет ли у тебя ощущения, что, условно говоря, Ваню можно было все-таки спасти от этой жесткой травмы, и то, что происходило, это не совсем адекватно? Насчет Вани нет. Такого ощущения нет. Давай я попытаюсь максимально корректно сформулировать. Я понимаю, почему возникают вопросы к медицинской службе. Возникали. И тоже смежный вопрос. Миша Лысов, который сейчас то ли возобновил карьеру, то ли не возобновил карьеру. Судя по кивкам, ты понятия не имеешь, что смешно. Понятия не имею. Вот, но
Когда он был игроком, были ли какие-то предпосылки к тому, что эта карьера человека, который пробегает пик-тесты стабильно лучше всех, может оборваться вот именно по каким-то таким вот врачебным причинам? Нет, вообще никаких. Миша машины всегда был на тренировках. Да нет, конечно. Тоже вот интересный вопрос поднял Рома Панфилов. В одном из своих очень странных интервью Сычев не очень корректно высказывался про футболистов Казанки. Там было в духе того, что мажоры, которые не слушают старших, и кто их вообще взял в Казанку. Когда Сычев был в Казанке, каким он был, и можешь ли ты объяснить вот такое вот его отношение к этому проекту? Я бы хотел коротко на эту тему сказать, потому что это отчасти разрушение ореола кумиров детства во многом было. Не сошлись характерами команда и Дима. То есть команда не очень приняла. Да, то есть, или вот, Дима не очень принял. Или Дима не очень принял команду. Понял. К вопросу про Рангника, который пришел в Локомотив. Одна из вещей, которые постоянно все говорят, это выстраивание вертикали от академии до главной команды. Есть ощущение, что эта вертикаль была построена еще в 2017 году, когда заложился вот этот вот последний камень Казанки. И был Щиголев в академии, была молодежка, Казанка, главная команда, и все это как бы, по идее, должно было идти по рельсам снизу вверх, иногда, если надо, сверху вниз. Но так ли это на самом деле? Было ли реальное общение между основой и Казанкой, между Казанкой и молодежкой, между молодежкой и академией? Были ли какие-то там, не знаю, тренерские советы, на которых решались, кто пойдет в эту команду, кто в эту команду? Ты знаешь, у меня было много вопросов про то, как комплектовалась команда на юношескую Лигу Чемпионов, почему одни футболисты в Казанке, другие в юношеской Лиге Чемпионов, хотя по возрасту туда проходили. Как это вообще все происходило, и было ли ощущение реально единой структуры того, что тренеры, там, условно говоря, низшего уровня подчиняются тренерам высшего уровня и исполняют их требования, просьбы и так далее? Ну, смотри, до зимы этого года такого ощущения действительно не было. Помимо того, что если говорит что-то и просит основу, то ты это беспрекословно делаешь. Ну, это, наверное, сейчас... про то, что вот этого футболиста мы тебе спустили, он 45 минут играет, после этого ты его меняешь. Вот что-то да. такое. Что-то из этой серии, да, согласен. При том, что все равно тренеры основы всегда были на матчах молодежки и Казанки, либо Саркис, либо Лоськов. Они там обязательно в порядке были. Сейчас я точно знаю и видел, и вообще уверен на все 100%, что это взаимодействие более плотное. Я это связываю в том числе с приходом в Академию Щиголева, с возвращением. Прежде всего, я знаю, что между тренерским штабом молодежки и Казанки абсолютно рабочие и позитивно настроенные взаимоотношения. Федоров Мишаткин. Да. И коммуникация с основной командой остается по-прежнему такая же плотная, как и была. Естественно, что Максим Юрьевич еще и, ну, думаю, что как и Андрей Федоров смотрит старшие команды UFL и высматривает там для себя кого-то уже на этом этапе. Ну, то есть я вот в этом плане в данный момент времени мыслю позитивно, и то, что происходит с Академией сейчас, мне, как человеку, которому это не безразлично, и который знает, какие были времена и при разных руководителях Локомотива, мне это все очень нравится. Академия топ. Как вообще считаешь, должна ли быть Казанка, вот вторая команда клуба, командой, в которой играют исключительно выпускники Академии, выпускники молодежной команды, или же есть другой пример, это команда, которая собирает всех лучших под своими знаменами, да, вот сейчас туда Зиновича будут спускать, и в целом туда вот в какой-то момент, не знаю кто, но вдруг решил закупить футболистов в Казанку, и мы до сих пор смотрим на их блестящую игру. Не буду даже фамилию уточнять на этот раз. Как думаешь, как это должно происходить? Насколько
насколько большое может быть или должно быть вливание футболистов извне. Вот сейчас снова, я так понимаю, что есть определенное количество футболистов, которые там, не знаю, из Уора, из Метеора закупаются и, ну, вроде не в Казанку, вроде, по крайней мере, в молодежный состав. Слушай, ну, да, не в Казанку, в молодежку, но мы так-то, если вспомнить, на секундочку столкнулись с такой уникальной проблемой, как нехватка футболистов для команд. Столкнулись мы с этой проблемой зимой, потому что вот эта вертикаль, она рано или поздно созданием команд UFL младшего возраста, команд UFL 2, она привела к тому, что нам будет не хватать в определенных... И не хватало в определенных моментах просто банально игроков для полноценных тренировок на сборах в том числе. Поэтому это приглашение, оно просто жизненно необходимо было. Я не знаю этих ребят, но, с другой стороны, вселяет оптимизм, что УОР зачастую нам дает качественных футболистов, качественных игроков. Я думаю, все поняли, о ком идет речь прежде всего. Ну, надеюсь, и Метеор Балашихинский тоже окажется хороший. Метеор, как кто-то в чате писал, что действительно неплохо, да. Вещь необходимая. Тот период, когда было еще вроде как не было UFL, но когда вдруг в команду там пришли футболисты типа Демьяненко... Демьянова, да. И я сейчас тяжело вспомнил. По-моему, Безруков еще в тот же момент приходил, но тоже, наверное, больше в молодежку. Панин, Карев. В общем, вот этот вот большой завоз людей. Как вот вообще к этому относиться? И если вот сейчас, например, для Казанки, которая переживает определенный там период своей жизни, вдруг начнется завоз футболистов, допустим, Рангник сочтет то, что мы будем строить с низов, и поэтому будем сейчас собирать все сливки по UFL-1, UFL-2, скупать всех футболистов из, не знаю, там, Динамо, ЦСКА, Спартак, Строгинов, ШМ, Чертанова и так далее. А, ну, локомотивские сильнейшие, там, 3-4 человека остаются, переходят, ну, а дальше идет такая сборная солянка. Как по сути... есть в системе Red Bull, который устроил в свое время Рангник. Слушай, ну я к этому позитивно отнесусь, потому что болеть за Казанку и радоваться ее победам круто, но это все будет, и у клуба масса возможностей, чтобы прямо здесь и сейчас вывести команду в топ ФНЛ. ФНЛ, даже не ПФЛ. Другое дело, что мы возвращаемся снова к вопросу, зачем оно все надо. И когда ты отвечаешь на вопрос, зачем это все надо, то все встает на свои места. Если Казанка будет играть в составе с лучшими ребятами по своему возрасту в Москве и каких-то других команд, то я буду только за. А локомотивский дух — это все при желании воспитывается и начинаешь проникаться. Ну, вот эти вот истории про с локомотивом с набора и все такое. Неужели... Слушай, ну еще классная история, я понимаю, да. Ну классная, да. Вот человек там сколько, 12 лет в академии. Вот он был таким, а сейчас он вот такой. Ну, классно, романтично. На нем можно строить всякие маркетинговые кампании по привлечению набора. Но давайте будем реалистами, а не будем романтизировать лишний раз эту штуку под названием футбол. Романтизация — это, конечно, очень здорово, но вот буквально только что мы столкнулись с двумя кейсами, когда два футболиста, которые пришли в Казанку 2 года назад, ну, плюс-минус там Мухин и Иосифов, для них Локомотив — это перевалочный пункт, они, ну, хорошо, да, окей, спасибо большое, мы идем дальше. Есть ситуации там с тем же Карапузовым, который тоже покинул клуб, но его никуда, собственно, и не привлекали, чтобы ему оставаться в Локомотиве. Мне кажется, что, ну, тому же, там, не знаю, Петухову на такой шаг перехода в ЦСКА было бы гораздо сложнее решиться. Ну, я надеюсь, во-первых. Во-вторых, не стоит забывать, что и Мухин, и Иосифов, да, они не наши воспитанники. Так я про то и говорю. Да, я понял, к чему ты
клонишь. Но на двух Иосифовых и Мухиных найдется еще два Иванова и Петрова, которые здесь останутся. Поэтому, ну, надо пробовать. Другое дело, что, блин, а если бы мы продавали Мухина и Иосифова, у вас же была совершенно, у нас у всех была бы совершенно другая реакция на это, правда? Ну, если бы клуб за это получил копеечку еще. Ну, про то, наверное, и речь, что тот же Миранчук, который мог бы, наверное, уйти из Локомотива гораздо дешевле, чем он это сделал, в итоге какие-то там условия ставил для того, чтобы и Локомотив тоже на этом заработал, Локомотив не забывал. А футболисты привозные, но они в большей степени заботятся, наверное, все-таки о своей карьере. Хорошо, если это будет карьера в Локомотиве, и там будут сыпать деньгами и играть в Лиге Чемпионов, но если это манит пальчиком Вильяреал, ну, извините, спасибо огромное, но я поехал. Хорошо, пример Димы Баринова. А что с Димой Бариновым? Ну, Дима Баринов, ну, не в полной мере воспитан в академии нашей. Не в полной, но... Ну, а что, он не локомотивец? Локомотивец еще какой? Но мы с тобой сейчас уйдем долго... Ну, перечисление персонали, да, я тоже могу... Да, и что такое, что, кого считать воспитанником Академии, а кого не считать невоспитанником? Тот же Эдгар Севикян, который с набора приехал и уехал в свое Леванте. В общем-то, да, я понимаю, что тоже есть определенные возражения. Ну, вопрос исключительно в том, насколько ты готов воспринимать вот такую казанку, которая, по сути, к Локомотиву будет, ну, не очень много отношений иметь, но при этом это будет сильный клуб, в который будет инкубатором для сильной и перспективной молодежи. Я готов смотреть, если эти парни будут показывать классный футбол, а молодые, как обычно бывает, показывают действительно классный футбол, который отличается от футбола команд высших дивизионов, и ты это прекрасно сам знаешь, и поэтому за ними следишь. Так, еще более быстрый вопрос. Что ты знаешь про нынешнее состояние молодежи? Потому что молодежные команды, которые стартовать в пятницу, информации нету ровным счетом никакой. Где они были на сборах, играли ли они товарищеские матчи, существует ли эта команда вообще, или ее будут набирать непосредственно в пятницу из тех, кто есть. Такое ощущение, что... Рассказываю. Давай. Давай. Действительно, в пятницу стартует очередной розыгрыш молодежной лиги. Она в том же формате, что и в прошлом году. Единственное отличие, что мы переместились из подгруппы с командами с востока страны в подгруппу с командами с юга страны. То есть мы и «Зенит» вместе перекочевали в группу с командами из юга, а ЦСКА и «Спартак» перекочевали в команду с... Ну, ЦСКА остался там же, «Спартак» перекочевал в команду... Я впервые узнал, что было какое-то географическое распределение. Спасибо большое. You're welcome. Еще я знаю, что есть одно главное изменение, что теперь это М-лига. Потрясающее. Вот об этом я, кстати, не знал. Ну, об этом мало кто знает, но они провели незаметный ребрендинг, они изменили логотип, теперь это очень красивый желтый логотип с какой-то такой кривой буквой М в виде молнии, и теперь это называется М-лига. Вот, будешь знать. Красиво. Красиво. Я обязательно приду на матчи М-лиги. И полюбуюсь. В пятницу в 6 часов вечера на Сапсан-арене «Локомотив» Краснодар. Во втором туре тоже на Сапсан-арене мы принимаем Чертаново. И потом едем в гости в Тулу. Что касается сборов, то так как огромное количество ребят перебралось в Казанку, потому что из Казанки большое количество ребят перебралось в основу, то у нас сейчас будет основной третий год, это их сезон будет, и частично четвертый. Но из четвертого там, насколько я знаю, только по ГОСНу. Работали ребята в Кратово вместе с Казанкой в одни и те же временной промежуток, те же две недели. То есть они, по сути, примерно одинаково работали, менялись игроками и все такое, да? То есть... Я не могу сказать, что
Да, могли, теоретически могли меняться игроками, действительно это могло именно так происходить. По контрольным матчам сыграли в два матча, первый с Сатурном, второй с молодежкой Арсенала Тульского, оба закончились 1-1, и Арсеналу забил Першин, это все, что я знаю. Который из двух? Ну, наш, Матвей. Хорошо. Ну, это вот, уже больше, чем за два месяца мониторинга за ресурсами Локомотива. Обращайся. Спасибо большое. Так, давай вопросы и к последней части переходить. Тяжелый вопрос от Fallen Up. Как считаешь, провалил ли Локомотив медийную ситуацию в ситуации с Иннокентием? Мы бы сделали несколько иначе. Понял. Да, все, наверное. Как бы старая пресс-служба обыграла бы приход Рангника? Накинь пару вариантов. В целом, вообще, вот то, что приходит специалист калибра Рангника, и все, что есть, это стоковая фотография Ральфа. И какой-то такой вот очень сухой текст о том, что приходит на позицию с неясным функционалом. Что, как надо это делать? То, что так, как есть, я думаю, что никто не скажет, что это хорошо. Слушай, ну, во-первых, мы все знаем, что Рангник был в Австрии. Соответственно, была техническая возможность его там сфотографировать. Uh-huh. Даже до подписания договора, чтобы у нас на сайте, у них на сайте, у, не знаю, у кого, неважно, у Локомотива на сайте, была не стоковая фотография со времен его тренерской карьеры, по всей видимости. Плюс ко всему, понятно, что в Москве его еще, ну, он не был, скорее всего, после подписания. И возможности снять какое-то большое видеоинтервью, скорее всего, нет. Но позвонить ему и проговорить на тему Локомотива, хотя бы для официального сайта, хотя бы выжимку, чтобы дать какую-нибудь яркую цитатку в Инстаграм. А у вас кто-нибудь немецкий знал? У нас немецкий... Да, да, Егор Георг, это специалист наш, который, ну, один, он присоединился где-то полтора года назад к той пресс-службе. Да, извини, вот, отвлек. Да, знал немецкий. Какую-то яркую цитатку в Инстаграм нужно было обязательно дать. И главное, наверное, во всей этой истории, чтобы определиться, блин, с коммуникацией, которая меня выносит просто как до сих пор. Вы ну, скажите честно, кто он, кем он является для клуба. Может он быть... работает в клубе или он условно на договоре ГБХ у нас? Может быть, они не решили еще. Тогда зачем объявляли? Куда гнать? Ну, потому жили что... 2.5 года без спортивного директора. Ты заметил, что у нас каждый раз сначала идет слив какой-то, прям вот такой вот жесткий, и после этого, ну ладно, так и быть, мы расскажем. И вот, например, сегодняшняя ситуация с QR-кодами, все вот молчали, но после того, как уж слили в телеграммы, что все, ну вот, уже молчать нельзя, ну ладно, мы вам расскажем. И вот ощущение, что с Рагником произошло ровно то же самое, что когда уже, ну, уже просто фотографируют человека на товарищеских матчах Локомотива, как бы, ну, держать это в дальнейшем в секрете, ну, просто совсем странно. Ну и решили объявить, по факту, возможно, ничего такого на самом деле и не было. Ну, я, по крайней мере, не удивился бы такому развитию событий. Слушай, я почти уверен, что так оно и есть, когда видишь, что объем информации, которая вылилась и которая начинает муссироваться в, ну, в том числе в телеграм-каналах, уже такой, что надо либо подтверждать, либо опровергать. Кстати, где опровержения, которые обещаны были, очень быстро закончились. То и следует новость на официальном сайте. Как думаешь, вообще, какую бы пользу теоретически может приносить клубу вот такие вот медийные поводы а-ля подписания Рангника?
И в целом выход на какой-то иностранный рынок. То есть вот как Спартак с Коржем, который развивали английский Twitter и TikTok там, я так понимаю, в основном развивается именно на англоговорящую публику. Какой это вообще может плюс дать Локомотиву? Вот у нас в свое время была целая армия перуанских поклонников. Давало ли это что-то Локомотиву? Это нам не давало, потому что мы не могли настроить доставку заказов до поры до времени в Перу с Майкой Фарфана. Так бы, я уверен, это хорошо пополнило казну Локомотива. К сожалению, это уже случилось, когда Фарфан там на травме, по-моему, был. Но это надо было делать, наверное, тогда, когда вот, Локомотив чемпион, Перу отбирается на чемпионат мира, и вот самый пик популярности Фарфана Локомотивского, вот, наверное, тогда, вот 2000... Слушай, ну это должно быть по умолчанию просто, да, потому год. Что есть много болельщиков из Казахстана, в том числе, которые не могут джерси приобрести из Беларуси, Лисакович и так далее, и так далее. Думаю, что у Хёвидеса какие-нибудь ярые поклонники найдутся. Криховик и так далее. А у всех них. Понятно, что Фарфан просто один из самых ярких представителей любви всеобъемлющей своего народа. Поэтому на примере Фарфана эта ситуация разбирается. Что касается выхлопа, может ли условно английский Твиттер и классное его ведение заманить игрока в Россию? Думаю, что нет. Нужно ли вести английский Твиттер? Безусловно, да. Но зачем? Зачем? Везде, когда у вас 5 человек и ресурсы очень сильно ограничены, зачем вести англоязычные соцсети или испаноязычные соцсети или японоязычные соцсети? У каждого клуба свой игрок, поэтому свои собственные приколюхи. Ну, не знаю, может быть, сможешь сформулировать, зачем это нужно? Ну, как мне представляется, это возможности для европейских спонсоров, если таковые найдутся. Ну, я не удивлюсь, если «Спартак» рано или поздно подпишет какую-нибудь европейскую компанию, да, если продолжит то же самое делать со своим английским твиттером. Ну, прямые инвестиции, прямые деньги в клуб. Узнаваемость бренда растет, в том числе на европейской и мировой арене. Это значит, что и российские компании, которые нацелены не только на российский рынок, готовы будут вкладывать деньги в клуб. Уже два повода имеется. Продажи в магазине, если они у тебя настроены, то на футболках тоже можно что-то заработать. Если к тебе приходит такая величина, как кое является Фарфан для перуанцев. Ну вот как минимум три сходу я назвал. Я уже молчу о таких обтекаемых, как развитие бренда, повышение стоимости бренда, вовлеченность и так далее, еще чтобы похвастаться перед «Зенитом». Очень любит «Спартак» делать. Поздравил ли ты Марка Николича и как оценишь поздравления, которые выкатил клуб? Я сначала не понял, а потом как понял. Мне в целом понравилось, на самом деле, текст прикольно, чем-то отличается от всего остального. Я ожидал худшего гораздо. Дизайн оценивать не буду, мне он не понравился чисто с пользовательской точки зрения, но как бы ладно, это оставим на суд специалистов. Марка я не поздравил, у меня, к сожалению, нет его номера телефона. Думаю, что Кирилл его поздравил, потому что они хорошо общаются. Правильно я Мы с Марком все-таки меньше работали. Правильно я понимаю, что вот это вот поздравление, это, ну, с огромной долей вероятности, это какой-то прям очень внутряк клубный, который, ну, вот вынесен на всеобщее обозрение. Слушай, или, мне кажется, или это просто внешний подкол такого вот текста простыни. Что, Мадик, я когда читал, вот и... я думал о том, что это имеет смысл, только если за этим кроется какая-то очень внутренняя история, какая-то такая пост-ирония, когда, ну, кто поймет, тот поймет, кто не поймет, ну, будет делать вид, что он понял. Мне очень сложно представить, чтобы кто-то из нашего тренерского штаба объяснялся такими формулировками, если бы это была внутренняя история. При нас, по крайней мере, такого не было. Поэтому я думаю, что это исключительно для внешней аудитории сделано. Значит, это просто такая внешняя приколюха. Ну, тогда, ну, тогда моя оценка немножко снизилась этому. Что находится в пакетах, которые дарят на сборах или, в принципе, дарят при поздравлении?
Если я не ошибаюсь, подстаканник и часы. Часы. Слава. Окей, вроде на этом вопросы по этой части. Все, осталась последняя часть, конкретно про то, чем ты сейчас занимаешься, то, чем занимается телеканал Матч, Матч-премьер. Ты, кстати, Матч или Матч-премьер? Или это одно и то же? Матч-ТВ. Матч-ТВ. Федеральный, который, да. Как ты относишься непосредственно к... Как ты относился к деятельности Матч-ТВ до того, как стать работником этого замечательного, потрясающего, великолепного телеканала? Спасибо большое за оценку. Я относился к деятельности этого телеканала с абсолютно разными новостными поводами по-разному, поэтому у меня нет общей оценки деятельности. То, что он существует, это прекрасно. Окей, Кубок Матч Премьер, Пария Матч Премьер, или как он там называется, это довольно странная история, тебе не кажется? Вдруг, ну, перед сезоном четыре команды очень с разного уровня играют в футбол, и, ну, как-то в России, хотя все обычно едут куда-то за границу. Как тебе вот этот вот Кубок Матч, Пария Матч Премьера? Ну, слушай, смотри, тут вопрос стоит разделить на несколько частей. Uh-huh. Турнир классный, Локомотив в нем принимал несколько раз участие, как мы знаем. Но в рамках предсезонного зимнего в Катаре. Да, а здесь да, согласен. Летний и в России, что несколько выбивает его из общей клеи. Я согласен, да, такой своеобразный... Ну, экспериментом это назвать сложно, просто почему в России, да, я думаю, все понимают, почему в России, потому что ограничения и прочее, 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 решили, что проще здесь. Но состав участников во многом подбирался из-за конкретного местонахождения, то есть Спартак, Химки, Рубин и Сочи планировали быть в России во время проведения этого кубка. В то время как Локомотив, Зенит и Динамо, если я не ошибаюсь, не планировали. Да? Понятно, что мы бы хотели видеть на этом турнире многие команды, но в то же время, если так посмотреть, у нас Спартак, который не нуждается в представлении, у нас Рубин и Сочи, которым сейчас играть в Европе, на секундочку, и у нас Химки с Игорем Геннадьевичем, которые многих влюбили в себя там в определенный отрезок сезона, вынося все. Да, особенно болельщиков Локомотива в последнем матче прошлого года. Класс. Угу. Долгов забивал, класс. Слушай, мне кажется, что проведение таких кубков внутри России имеет огромный смысл, если ты можешь на них запустить большое количество болельщиков, которые придут на дешевые билеты, расслабиться, посмотреть и все такое. Но ситуация с коронавирусом, и, ну, я так понимаю, что болельщиков там не было. Болельщиков действительно не было, было очень жесткое ограничение в те самые 500 человек, были проверяющие от Роспотребнадзора. Мы очень хотели играть с болельщиками, мы до последнего просили и надеялись, чтобы на стадион пускали хотя бы по QR-кодам. Этого не произошло, к сожалению. Но надо понимать, что в затее с проведением его на стадион Спартака и Химок была заложена мысль о том, что мы играем с болельщиками, потому что в тот момент времени мы уже победили этот вирус. Сейчас опять, видимо, проигрываем. Поэтому, ну, вот так оно сложилось, и действительно грустно, что не было болельщиков. Это внесло бы определенный колорит, конечно, в эти матчи. Если представить, что нет никакого коронавируса, проведение таких турниров, вот чисто на твой взгляд, в России вообще имеет смысл? Допустим, с привлечением иностранных команд. Или же, ну, надо уезжать и делать, как в Катаре, и какие-то вот такие вот истории. Но он имеет смысл для кого? Для болельщиков, для команд, для вас, как организаторов данного турнира. Получить денег, организовать этот турнир и получить внимание к своему каналу и так далее. Отработать какие-то спонсорские контракты.
Слушай, тут все-таки важна синергия, как мне представляется, всех участников процесса. Если у нас команды уезжают российские летом в подавляющем большинстве за границу, мы просто никак не сможем их оставить в Москве, потому что они Призовыми? все-таки Ну, мы, наверное, все-таки не готовы пока к таким призовым, как на Кубке РЖД. Выплачивались Милану и Челси. Делать Кубок РЖД номер 2 под другим брендом, ну, это надо считать. Слушай, это хороший очень вопрос, на самом деле. Я даже думаю, что я его обсужу еще в офисе. Ну, проценты знаешь, куда кидать. Конечно, не будете. Окей, тогда если мы говорим про проведение кубка за рубежом, уже были предпосылки того, чтобы делать его международным. Насколько вообще есть смысл упарываться в то, чтобы приглашать сильные прям вот команды с, ну, звучными именами? Не говорю про Суперлигу, да, те же самые Реал, Интер, Милан и так далее. Ну, клубы, которые имеют в том числе какой-то пиар-вес в европейском футболе, есть ли в этом какой-то смысл? Либо же не париться и продолжать делать вид, что, ну, российский футбол самый сильный, и вот проводить турнир на 4, 6, 8 российских команд. Слушай, ну, во-первых, не у всех топовых клубов есть межсезонка такая длительная, как у России, да, зимой. В большинстве ее нет, то есть там же все продолжают играть практически без перерыва. Соответственно, зимний вариант отпадает, остается только летний. Летний. Мы сейчас про летние, Летний. про летние кубки говорим, потому что, ну, зимние — это какая-то отдельная своя история, очень сложно понять. Очень интересно, вот в плане летних кубков, ну вот, очень же много их проводятся там в Америке, не знаю, там в Японии какие-то свои кубки проводятся. Локомотив когда-то звали даже в Америку, да? Ну, об этом очень здорово написано в книге автобиографической Юрия Павловича Семина, А, да. как он не пустил команду в Америку, которую очень клято хотел Штефельсхаус отправить. Была Да. история о том, как молодежка поехала на турнир в Мексику, как раз на тот турнир, на который взял и не поехал Кокорин, а потом оказалось то, что он в Динамо. В общем, много замечательных историй было, но суть остается той же самой, о том, что, ну, летняя пауза. Огромное количество клубов чем-то пытаются заняться, и, ну вот, можно, наверное, принять участие и организовать какой-нибудь вот кубок с интересными, имеющим большую болельческую базу. Ну вот «Партизан» был, вот как, опять же, вспоминая зимний кубок, ну вот что-то подобное устраивать летом с участием иностранных команд. Партизан скорее исключение из правил, да, во-вторых, нужно понимать экономическую целесообразность от этого всего, потому что приглашение больших клубов стоит соответственно, больших денег. Мы все-таки кубок матч премьер, да, его оригинальное название. И матч премьер — это телеканал пока что прежде всего в российском футболе. И, соответственно, вполне логично, что Кубок Матч Премьер это именно про российские команды. Логика на данный момент такая, но опять же бездумно потратить деньги и не просчитав от этого экономическую целесообразность, но это не подход матча. Да, верю. Как ты вообще относишься к Кубку РЖД? И, ну, есть два разделения, два лагеря болельщиков Локомотива. Одни, которые яро против Кубка РЖД, потому что Липатов этим пытался заменить Лигу чемпионов, а другие, ну, не то чтобы во многом, но они начинали болеть в то время, и поэтому, вау, Локомотив играет с Реалом, с Миланом, это прям невероятно круто, ходили и получили массу эмоций. Вот у тебя какое было впечатление? Слушай, я ходил на эти кубки, я не получил никакую массу эмоций.
за исключением гола ворота Челси Камболова, если не ошибаюсь, да? Ну, это было прикольно, классный удар, ворота Челси, ну, здорово. Если этот кубок будет вдобавок к Лиге чемпионов, то я не против. Другое дело, что при этом мы должны зарабатывать кратно больше, Локомотив должен зарабатывать кратно больше, чтобы в том числе тратить некие деньги на трансферы. Вот если у нас будет действительно бюджет X2, который мы зарабатываем, то хорошо, давайте организовывать эти кубки, я, наверное, даже схожу. Были еще такие подобные кубки в истории Локомотива. Давнишний кубок Союза железнодорожников, МССЖ. Это прикольная идея, да. А была еще история о том, как на РЖД-арене мы играли с Ференцварошем какой-то матч столетия. Как к таким вот историям относишься, к каким-то вот таким вот... Это тоже летом, кстати, было. Зачем-то взяли, пригласили Ференцварош. Я был на том матче. Не могу сказать, что помню хоть что-то из него. Да, я тоже о нем не вспоминал, пока ты не напомнил. А мы праздновали день рождения Ференцварыша, да, или свой 70-летие какое-нибудь? Нет, это, кажется, это было 100-летие Ференцварыша или что-то типа того. Мне просто запомнилось, что это... Ну ладно, не суть. Да, слушай, ну, обычный товарняк, который пустили зрители и сделали матчевые шарфы. Ну, как к нему еще относиться? А, вот, еще вспоминают приезд Шеффилд Юнайтед к Казанке. Это точно не мог пропустить. Ну, это как раз, на мой взгляд, было достаточно прикольно и здорово, потому что Казанка — это не Локомотив, во-первых, а Шеффилд все-таки имеет за собой какой-то бэкграунд. Нам не очень повезло, что Торпедо играли с ними первыми. Изначально была договоренность на то, что Казанка будет вообще единственным клубом в России, с которыми они сыграют. Но вот все развернулось так, что у нас это был аж третий матч, естественно, что интерес к нему постепенно угасал и угасал. Извини, пожалуйста, я выйду из кадра, воды налью. Давай, давай. Мы уже заканчиваем, но минут 5-10 и... Я готов полностью, просто с собеседником тяжеловато почему-то выдерживать по 3 часа подкаста, не знаю, что с ними не так. Кроме этого... Насколько я помню, сейчас тоже подтверди, опровергни, Казанка во время чемпионата мира играла с какими-то аргентинцами, кажется, или что-то в этом роде. Какой-то такой матч был. Что это было была за история? Это была сборная Аргентины U-20, если я не ошибаюсь. Если ты помнишь, матч был полностью закрытым для болельщиков. Да. И он был закрыт по просьбе Аргентины, которая готовилась к каким-то там своим соревнованиям. Вообще не помню, каким, если честно, и как она в России оказалась. Но очень хороший спарринг. Я помню отзывы и ребят, и тренеров, что вот прям здорово поиграть против именно таких ребят такого уровня, когда они такие же по возрасту, у тебя нет других отговорок, кроме как... того, что ты просто проповедуешь другой стиль футбола, и ты пока что не дотягиваешь до этого уровня. Короче, вот с точки зрения развития это было очень позитивно. Ладно, остановим воспоминания странных международных матчей. Скажи, пожалуйста, ты Евро-2020 смотрел как сотрудник матча или как обычный болельщик? Евро я уже смотрел как сотрудник матча. Да. Тогда расскажи, пожалуйста, что такое происходило в эфире телеканала Матч ТВ во время этого Евро. Что это было? Что это за странные включения с пропавшим Гарретом Бейлом? Что это за странные включения с Ольгой Бузовой в студии? И вообще ощущение, что Матч ТВ решил каким-то очень хайп-образом провести это Евро. Смотри, надо исходить из того, насколько из нескольких вещей, да, как привлечь аудиторию. Аудиторию, безусловно, надо привлекать. Один из методов – это приглашение такой звезды, как Ольга Бузова. К ней можно абсолютно по-разному относиться.
и я вот к ней вообще никак не отношусь, например. Кто-то ее люто ненавидит, кто-то ее обожает. И таких людей, которые обожают Олю, их достаточно много. И эта аудитория так или иначе за ней следит и следит за теми площадками, на которых появляется Оля. Было ли это спланировано в том плане, что происходило в эфире? Нет, не было. Насколько это хорошо или плохо, не знаю, но это дало эффект, мне кажется, абсолютно для всех сторон, которые принимали участие в этом эфире. Uh-huh. Вот. Мы прекрасно понимаем, что Губерниев — это тоже шоумен, и Губерниева очень здорово цитируют. Он один из самых цитируемых журналистов страны. Именно поэтому и выхлоп от этого эфира, он превзошел все ожидания даже. Можно ли такую же, например, историю конвертировать в популярность для футбольного клуба? Звать Ольгу Бузову на Лока ТВ и делать какие-то эфиры с ней. Я знаю, что... Мы это уже проходили. Да, что, в общем-то, Ольга Бузова-то не последний человек для нашего клуба, но я не очень помню каких-то вот таких вот публичных коллабораций на сети. Ну, то есть понятно, что она там в Даймонде, что там фотографии и все такое. Возможно, в ее Инстаграме что-то проскакивает, потому что не то чтобы я пользовался Инстаграмом, и еще меньше шансов у меня зайти на страницу Ольги Бузовой. Но вот именно на ресурсах Локомотива в плане Ютуба, в плане Инстаграма самого Локомотива, я этого не замечал. Слушай, насколько я помню... Если тебе нравятся вопросы из чата, ты можешь спокойно их зачитывать и на них отвечать. Я думаю, мы потом просто пробежимся с тобой в завершении. Ну, я просто не все зачитываю, но если тебе какой-то нравится, то ты можешь без проблем перебивать, зачитывать и отвечать. Да, слушай, насчет Бузовой, мне кажется, что просто... Нет, во-первых, мы ее звали. Она, если я не ошибаюсь, приходила даже в студию «Наша Черкизова Лайв». Mm-hmm. После какого-то матча. Не помню. Точно какого. Была какая-то съемка в музее вместе с Димой у них, с Тарасовым. Но надо понимать, что на тот момент все-таки у нас не было ни Телеграма, был один Ютуб, который, ну и Твиттер, да, который только чего-то там пытались сделать. И в целом уровень медийности всего и вся был достаточно низок еще 5 буквально лет назад. Если посмотреть там даже твиты любого клуба, там Локомотива, Спартака 5-летней давности, можно очень долго смеяться. Потому что как люди пытались делать в СММ и как пытались понять, что это вообще такое. Ты, мне кажется, уже лет 15 стримишь после матча, поэтому тебя это не касается. Но для клубов и для пресс-служб клубов это вот действительно как бы... все познается в сравнении, что называется. Поэтому и не получилось привлечь такого внимания, хотя уверен, что те поклонницы и поклонники Ольги Бузовой, которые были, безусловно, в том числе на Локомотив, ходили из-за ее персоны. Я помню, еще была история с Костей Ставром, который, ну, можно считать медийной личностью в Ютубе, по крайней мере, и определенную аудиторию он тоже должен был привлечь. Ощутили ли вы то, что она привлеклась, осталась ли эта вот аудитория, привлеченная таким вот способом? 20, ночь на Черкизово-арене, и так, в смысле на РЖД-арене Черкизово и так далее? Да, слушай, ну, помимо того, что мы увидели большое количество новых пользователей, которые дали нам огромное количество просмотров в Ютубе, Ставра, те видосы, которые выходили, да, то есть аудитория так или иначе с брендом соприкасалась, мы увидели огромное увеличение аудитории нашего Ютуба Локомотивского, которая подписывалась, чтобы следить конкретно за Ставром. Естественно, этот контент разбавлялся футболом, и очень хочется, чтобы банально по вот этой пресловутой воронке продаж, да, все так или иначе сводилось к тому, что люди оставались на арене и остались до сих пор.
Вряд ли на эту тему есть какие-то исследования, но хочется в это верить. По крайней мере, статистически это, скорее всего, так и есть. Ставр же еще с Казанкой пытался какое-то шоу запустить. Я футболист. Расскажи историю, чем все это началось, чем закончилось, ну, с чего все это началось, кто предложил, кто решил, и чем все это закончилось. Опять же, очень давно не вспоминал это. Закончилось тем, что Ставр вышел в товарищеском матче, получил шанс забить гол со штрафного, неплохо пробил штрафной, чем удивил тренерский штаб и самих ребят, но не забил, красиво финала не получилось. Вот. Но вообще прикольно, опять же, с точки зрения развития игроков, да, очень полезная история. С точки зрения того, что игроков узнает кто-то еще, кроме нас, тоже полезная история. С точки зрения цифр и посещаемости сработало на один матч, когда все думали, что Ставр будет в составе. Потом на любом товарищеском матче Локомотива первые 18 вопросов были в составе ли Костя Ставр. У меня есть ощущение... Да, я помню, как я отвечал на эти вопросы во время прямых эфиров в Инстаграме. У меня есть ощущение, что сейчас Матч ТВ достаточно, ну, было бы не против мутить коллаборации со всеми этими амкаловскими ребятами. И вот был кубок Матч Премьера, на котором они очень активно там контент пилили. Я не помню, был ли Ставр, но Герман, Эль Классика и остальные ребята точно были. Это... Как думаешь, насколько это правильный тренд того, что эфирное телевидение, оно начинает брать героев из Ютуба? Полное ощущение, что Ютуб уже победил, и Матч ТВ пытается хоть немножечко схватить вот этой уходящей славы. Слушай, ну я с тобой согласен с первой частью, не согласен в корне со второй. Все-таки спортивное телевидение, оно несколько отличается от остального телевидения, и оно... все же развивается на данный момент, и Матч ТВ развивается в том числе. Мы видим и слышим всю критику, которая поступает, мы над ней работаем. Я уверен, что очень-очень скоро будет хорошая новость, которая всех обрадует. Что касается непосредственно героев Ютуба, то это просто современные тренды, да, и нет ничего плохого, чтобы привлекать в эфир и ютуберов, и тиктокеров, и все, кто, в принципе, болеет за спорт, могут получить телевизионную площадку. Почему нет? В конце концов, сколько телевидения дало Ютубу, да, сколько людей из телека ушли в Ютуб? Почему это не может быть обратная абсолютная история? На мой взгляд, может, и здорово, что есть телеканалы, и это не только Матч ТВ, которые это понимают и активно это используют. Это все. Мы об этом общались с Серегой Кашниковым, я повторю мысль о том, что сейчас на Матч ТВ все самые интересные программы — это те, которые делают представители Матч ТВ, комментаторы и все такие ребята, но вне Матч ТВ, и их потом, ну, на Ютубе, и их потом оттуда забирают. Это подкаст Казанского с Сычевым, это коммент-шоу, это нобелевские репортажи, которые были, несколько, по крайней мере, я точно видел. При этом, почему эти же самые люди не могли бы делать этот же самый контент изначально на матче? Зачем им нужно было сначала уйти на YouTube, чтобы после этого заметили их там и, ну, судя по всему, покупали этот контент, вряд ли бесплатно забирают? Слушай, мне тут тяжело судить, хотя бы потому, что я еще достаточно малое количество времени работаю на матче. С другой стороны, как бы это вообще не совсем моя тема. Как мне представляется, просто есть то, что экономически целесообразно, то, и то, что экономически нецелесообразно. Производство любой программы должно быть чем-то подкреплено или оправдано рейтингом, спонсором. Если будет спонсор, значит, программа может выйти в эфир. Если нет спонсора, программа не выходит в эфир, какая бы классная идея ни была. Но если мы понимаем, что нет спонсора, и это непонятно, какой выхлоп даст в качестве там, просмотрения и доли просмотров, то запускать подобное достаточно рискованный шаг.
Ну и надо понимать, что все-таки свободы у ребят на Ютубе поболее будет. Ну и в итоге-то оказывается то, что вполне себе формат матча, и вот, ну уж, по крайней мере, там, не знаю, подкасты Казанского-Сычева, это, ну, точно совершенно можно было бы. А будет ли матч сам что-то создавать и сам пытаться вот в какие-то такие форматы, какие-то, ну, чуть более современные, Около спортивного. чем 8.16 и чердансовские обзоры? Слушай, ну мы очень активно развиваем историю в диджитал, и если даже по цифрам смотреть, то оставляем позади всех вообще конкурентов на рынке спорта. И в диджитале мы во время Евро делали TikTok-студию, в которую там приходил Тарасов, который Палычу ночью звонил. Вот, не по сценарию абсолютно, разбудил Юрий Павлович, засранец. Ну, Вот. хоть не в клабхаусе, и то рада. Извини. Да, кстати, если есть инвайты, то скиньте, пожалуйста. В общем, это вот такая вот, да, и диджитальная история, которая, кто знает, может быть, со временем она тоже перекочует в телек. Мы пробуем разные форматы, у нас есть возможность это на достаточно большую аудиторию затестить в digital, чем мы с удовольствием занимаемся. У меня закончились вопросы по Матч ТВ. Ты обещаешь светлое будущее. Я не отменял подписку на Матч Премьер ни зимой, ни этим летом. Так что мои, сколько-то там, Я тоже. 299 рублей продолжают уходить на развитие цифрового телевидения. Я очень надеюсь, что когда-нибудь это все-таки к чему-нибудь да придет и станет хоть как-то интересно смотреть это телевидение, потому что много раз повторяю о том, что вот все, что вот я здесь делаю, это только потому, что мне абсолютно не устраивает тот контент, который мне поступает со стороны. Спортивная журналистика, и в том числе телевизионная журналистика, это не то, что я бы хотел смотреть, а при этом смотреть и слушать, и читать мне хотелось бы. Давай вопросы из чата. Давай я прочитаю с твоей, Давай. если ты позволишь. Давай прям с последнего начну. Начнем. Фойлан Ап, кто лучше, Кикнадзе или Канделаки? Оба очень сильные люди и очень сильные личности. И классные, талантливые руководители. Прицепитесь, я знаю, цепляйтесь. А знаете ли вы про ВГИК? Было бы интересно для Локомотива такое взаимодействие. Мы взаимодействовали с ГИКом из последнего на сборах Велком Миранчук. И постоянно пасхалки им оставляли, которые в Твиттере они считывали. Почему Бузова, а не Моргенштерн? Да черт его знает. Болеешь за сборную? Кого хотел бы видеть в роли главного тренера? Болею, хотел бы видеть Кунца или Карпина. Бухач в столичке с игроками Шеффилда был эпичный. Я очень мало пил, но да, было смешно. Понравилось ли Жене Ростов на кону? Мне понравилось, потому что я знаю ребят, которые это снимали, и ребят, которые там снимались. Моя любимая серия, там, где Поярков, Тугрев и Махатадзе, например. Планирует ли Матч ТВ проводить контент такого формата? Это был контент на премьере, на видеоплатформе, и сейчас на премьере огромное количество спортивного контента. Там и Аршавин меняет профессию, вышло там 50 вопросов с Адамяном, там как покорить чемпионку, такой околоспортивный лайтовый контент. В общем, спортивное направление на премьере развивается и, видимо, будет. Как покорить чемпионку, это с Линой Якуповой? Да. Это к Фоленапу. Угу. Так, есть надежда, что удастся в профессию по теме своего MBA. MBA, Fallen Up не понял вопроса. Если Женю обратно пригласят в клуб, пойдет, поговорим. Про Сухину не спрашивали, можете спросить. Известны ли тебе подробности о состоянии здоровья Антона? Нет, неизвестны. Вроде играет, хотя непонятно, почему так мало, не знаю. Кто в лог отвечал за публикации диких твитов? В разное время разные люди. Последние полтора года Тимур Байрамов, который сейчас возглавляет СММ в Рубине.
Почему происходят сливы информации в клубе? Не значит ли это, что в верхушке находятся крысы, сливающие инфу, которые по факту не имеют отношения к клубу? Нет, это точно этого не значит. Почему происходит? Не знаю. Пресс-служба никогда ничего не вытекала. Зуб даю. Так, по Рагнику понятно. А мы что, закончили с вопросами? Когда Кирилл Брейда вернется в Локомотив? Когда этого захочет? Ну, не знаю, он говорил, что когда-нибудь обязательно вернется. То есть ощущение, что есть желание. Желание есть. Но дай бог, все это еще много раз, все перетурбации все пройдут. У меня закончились вопросы. У чата, насколько я понимаю, тоже закончились вопросы. А давай еще в телеге посмотрим. Вот напоследок у нас. Есть же с тобой еще немножко. Они обсуждают М-лигу, ты не поверишь. Мы дожили до этого. Ну, мне, если что-то пишут, то меня тегают обычно, и мне это Тут приходит. Наверное, тебя все знают. Вот, и, ну, кроме того, что мне ужасно идет эта прическа и эта черная футболка, кстати, великолепнейшая футболка, всем, кто ответственен за ее разработку, я ставлю свой огромный лайк. Вот это круче была же. Адиковская. Первый сезон. В моем сердце только черно-белые цвета. А я для тебя буду для ТикТока. Вот, так что спасибо огромное за то, что пришел. Я надеюсь, что, опять же, не последний раз, как и в прошлый раз я на это рассчитывал, так и сейчас рассчитываю на это. Обязательно с тобой встретимся, поговорим. Наверняка будут темы про молодежку, про Казанку и про все такое. И про матч, естественно, о том, что вы там такое интересное замутите. А на сегодня все. Спасибо всем, кто был на стриме. Спасибо всем, кто задавал вопросы. Спасибо всем, кто донатил. И пока.